Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, наш вебинар совместный с Дмитрием Игоревичем Ковпаком. Во-первых, слышно меня или видно? Тестируем. Слышите меня, товарищи? Все круто, отлично. Ну, здорово. Звук, видео фурычит? Фурычит. Михаил Бубнов, привет. Здравствуй. Рад вас видеть. Сегодняшний вебинар специальный, как вы видели из анонса, да. Он более продвинутый. Мы не будем говорить о вегетососудистой дистонии, о том, какие врачи Советского Союза засранцы, да, там, что медицина была в изоляции. Не будем перечислять работу вегетативной нервной системы, какие-то такие базовые элементы. Вы все их видели и в роликах, и в книгах, в том числе и в книгах Дмитрия Викторовича. Работа с паническим расстройством, как? Ну, последние страхи, тревоги, фобии, как от них избавиться. Да, страхи, тревоги, фобии. Там вот очень тоже детально расписаны вегетативные регуляции, собственно, инстинкты, как это все происходит. Мы сегодня будем говорить о когнитивно-поведенческой терапии, а именно о когнитивно-поведенческой психотерапии как о основном методе работы с неврозами и депрессиями, на сегодняшний день являющимся самым обоснованным, научно обоснованным, эмпирически обоснованным, обоснованным с точки зрения многолетней практики. Объясню, почему многие вот там задавали вопрос, как это обосновывается. А очень просто. У нас есть очень простая эмпирическая история. Оценивается пациент до начала занятия, берется группа плацебо, которая не проходит психотерапию, и оценивается психологический статус пациента после. Вот когнитивно-поведенческая терапия показывает очень классную корреляцию, очень хорошее понимание того, что до терапии ты тревожился так, после терапии уровень твоих вегетативных реакций, твоих эмоциональных всплесков, эмоционального состояния значительно улучшаются. Не буду вдаваться там в цифры, в детали, в анализ, но именно вот эта способность посчитать в цифрах, в людях, в шкалах, да, вот вы знаете, что в терапии Арнебека очень много используется шкальные системы, да, напряжение от 0 до 100. Вот это все возможно посчитать, эмпирически обосновать, доказать эффективность метода, что невозможно сделать во многих других направлениях, в том числе при всем уважении к Фройду, да, психоанализ, его посчитать очень сложно. Очень все размыто, очень все относительно, да простят меня психоаналитики из моего института. Вот, поэтому говорить мы сегодня будем о следующем. Я сейчас начну вести вебинар и начну его с базовых основ для тех, кто что-то забыл или не знает. Ребятки, привет еще раз всем. Слышно, видно, я рад. Я сейчас сотру чат. Пожалуйста, поднимите руку. Поставьте плюсик, кто вообще никогда не слышал о когнитивно-поведенческой психотерапии. Я вообще пришел случайно на этот вебинар, его ветром занесло. Вот кто вообще не знает, что такое рациональная мотивно-поведенческая терапия, система РЭП, да, СМЭР, ситуация, эмоции, реакция. Кто не знает, что такое установки, что такое мировоззрение, вот в целом. Только Василий? Василий, я вас поздравляю, вы сегодня... А, еще Дина. Василий, Дина вообще не в курсе о том, что такое когнитивная терапия. А, о... Вы, видимо, смотрели на клавиатуру, да? Где плюсик. Василий, Дина, Вячеслав, Ариадна, потрясающе. Вадим, 50 на 50. Угу. Василий мало знает. Ну вот для вот этих ребят немного. Да, но ваша фамилия мне не очень знакома, поэтому, наверное, вы... А как вы попали вообще на вебинар? Мне просто это интересно. У меня пропала картинка и звук, Юрий. Это надо как-то вам самостоятельно решать. Рассылка на моем сайте была только. Я использую рассылку только по сайту. Вы, наверное, были подписаны на сайт, да? Но если вы подписаны на сайт Невроза Мегаполиса, тогда вы моих роликов должны были насмотреться и понять, что такое когнитивная терапия. Ну, не должны, а могли бы. Смотрю ваши ролики. Ну, понятно. Хорошо, спасибо.
Тогда давайте я начну, все остальные примерно в курсе, да, ребят? Тогда теперь вся остальная команда, которая в курсе, это мои клиенты, это ребята из групп, да, это те, кто у меня занимался, это те, кто основной зритель. Можно вас плюсиком плюсаните, что вы знаете, что такое когнитивная терапия, и вы сегодня пришли у президента Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии получать дополнительные знания. Во. Ну вот, да, на вас мы в основном ориентировали этот вебинар, чтобы не распыляться до базисных основ. Окей? Спасибо. Ну, давайте для тех, кто пришел впервые, я буду рассказывать какие-то основные вещи. Окей, спасибо. Ну, для начала я хочу по регламенту. Значит, занимаемся мы до 10 часов. Спасибо большое. Занимаемся мы до 10. Я вас очень попрошу не задавать вопросов в чате во время лекции, особенно Дмитрию Викторовичу, потому что тяжело сосредотачивать внимание, когда ты не видишь аудитории, да, это я привык шизофренно разговаривать с компьютером, но это очень это навык, он расщепительный навык, он представить надо перед собой аудиторию, знаете, что вы сидите вокруг меня, это надо иметь определенную патологию для таких способностей, поэтому давайте сделаем таким образом. Вопросов пока не задавайте в чате. Я буду сидеть рядом вот, за кадром, и мы с Дмитрием Викторовичем будем вести некоторую форму такого диалога, да, потому что я его буду наводить вопросами на темы иногда, которые наверняка вам важно для себя понять, потому что вы меня знаете, а я знаю вас, скажем так, да, что кому интересно, что кому нужно. Да? Вот, собственно говоря, так будем мы делать. В конце вы сможете в чате задать общие вопросы, на что сможем ответим, и я еще в конце возьму какой-то завершающий аккомпанемент, слово свое. Ну и, собственно говоря, таким образом мы сегодня поговорим. Тема у нас сегодня «Работа с установками, помогающая философия». Ну, давайте начнем тогда с базисных основ. Вопросы сейчас общего характера, технологического будут? Вот общего. У вас все-таки 73. Я что-то с цифр потерялся. Общие вопросы будут? Вот. Угу. Не будут. Ну, тогда приступим. Итак, основа рациональной эмотивно-поведенческой психотерапии, или вообще в принципе когнитивной терапии, это следующее понимание. Когниция – это мысль, суждение, познание. Пример, который я привожу для своих слушателей всегда, чтобы понять, что такое интерпретация. Лена, будет ли запись? Не знаю. Я вот не записываю. Если кто-то записывает, скажите, скиньте мне запись, пожалуйста. Нам не будет нужна, наверное. Ну, чисто для технических каких-то аспектов. Признайтесь в чате, кто записывает. Но не признавайтесь. В общем, кто записывает, напишите мне ВКонтакте, скиньте мне потом файл, ладно? Я буду вам очень благодарен. Скинешь, Дэн? Файлик. Денис. Спасибо. А Денис, а это ты, Денис, который занимался у меня в группе? Видишь, какая у меня интуиция хорошая. Ну, отлично. Привет. Значит, поехали. Когниция – это познание, это суждение. Пример я вот такой обычно привожу своим слушателям. Представьте себе, что вы заходите в аудиторию института, и кто-то похихикал вот в уголке комнаты. И вот кто подумает, что про него смеются? О нем смеются, его обсуждают, что-то он какой-то не такой. Вот у кого так было в жизни? Вот зашли в аудиторию, кто-то посмеялся где-то, и вы подумали про себя, что меня обсуждают. Вот. Вот это и есть когнитивная конструкция, которая называется искажение. Потому что откуда вы, с чего вы взяли, что они смеялись про вас? Ну, я понял, что вас много, великолепно. Откуда вы знаете, что они смеются про вас? Да? С чего вы это взяли? С чего вы взяли, что это негативный оттенок? А даже если это и негативно, с чего вы взяли, что это ужасно?
Вот, собственно говоря, вот так можно на таком примере показать, что такое суждение. То есть происходит ситуация, которая в принципе изначально не несет никакого определения или не несет никакого катастрофического значения. Но наша психика устроена таким образом, что с детства, в период еще раннего детства отношения с родителями, формируется определенный навык и определенная система убеждений понимать мир и понимать себя и понимать обстоятельства определенным образом. Именно это называется убеждение или верование. Именно благодаря ним мы начинаем оценивать ситуации так, как мы их оцениваем. Вот кто-то посмеялся про меня, я что-то сказала не так, я дура. А если я что-то сделаю неплохо, это всегда так будет получаться. Если так произойдет, это ужасно. Вот все эти преувеличения, все эти катастрофы, все эти догматические конструкции о том, что они обо мне думают и кто я такая, и является областью работы когнитивной терапии. Потому что, как сказал античный философ, нас расстраивают не сами обстоятельства, а наше отношение к ним. Вот. Именно отношение к обстоятельствам и занимается когнитивная терапия. Да? Еще один пример. Вас уволили с работы. И вы сидите дома и говорите, все, я придурок, я ни на что не способен. Меня выбрали, значит, потому что я самое слабое звено, все ужасно, и у меня больше никогда ничего не получится. И как вам кажется, такого стиля мышления, какую проблему мы получим? Когда мы говорим вот, и понимаем себя, не просто говорим, а мы понимаем ситуацию, что я дерьмо, и это на всю жизнь, я больше не выкарабкаюсь, так будет всегда повторяться. Какое-то из видов расстройства, как вам кажется, тревожный или депрессивный? Долгая пауза. Депрессивный такая. Да. И это как раз такой депрессивный акцент, да, что я ужасный, все плохо, это надолго, и никогда больше у меня не получится. И именно такой вид на обстоятельства, взгляд на обстоятельства порождает депрессивный элемент, который потом преобразуется в деструктивное поведение. Например, вы начинаете избегать активных форм поведения, вы начинаете не выходить из дома, перестаете мыться, бриться, перестаете заниматься спортом из-за такого формы понимания обстоятельств, вы начинаете обрастать там грязью, пылью, там всем. И вот тут уже начинаются другие изменения, которые называются депрессией. И медицинского характера уже тоже возникают определенные последствия. Вот. Что еще вначале можно сказать о когнитивной терапии? Еще один пример могу вам привести, начиная вот кто к нам первый раз присоединился. Представьте себе, что три девушки рано утром в понедельник сломали ноготь утром, открывая подъезд, дверь подъезда. Одна девочка подумает, все, я тупая, овца, меня больше вот вообще, я себя ненавижу, никуда не поеду, и она поднимается наверх и в расстройстве сидит дома. Вторая девушка ломает ноготь и говорит, блин, подумаю, что я лохушка, подумаю, что я какая-то нехорошая, никто на меня не обратит внимания, никому не буду нужна, любить меня никто не будет такой. И она будет ходить и прятать руку в карман везде. А третья девушка, сломавшая ноготь, подумает, блин, жаль, досадно, но это ни о чем не говорит и вовсе не так уж и ужасно. Да, неприятно, но пойду подкорректирую в обед этот ноготь или там завтра. Если кто-то что-то подумает, ну, что от этого изменится? Чувствуете разницу, как три девушки поняли ситуацию? Ведь ситуация же одна и та же. А понимание ситуации, эмоциональной окраской и поведение, оно у всех разное. Больше вам скажу. Кто со мной занимается, и мои зрители знают, что именно когнитивная терапия, а именно когнитивная концепция напрямую связана с успехом человека в жизни. Как вам кажется, как? Не только она связана с терапией панических атак и несчастной агорафобией и вегетососудистых проявлений. Вот я вам честно могу сказать от себя, лично, от своего опыта, что вегетососудистые проявления и панические атаки – это маленький кончик айсберга,
который может проработать когнитивная терапия. Это лишь эмоциональный всплеск, например, паническая атака или вегетативная дисфункция. Это лишь следствие определенных процессов. И если говорить о том, чем занимается когнитивная терапия, то как вам кажется, как связан успех и когнитивная терапия, и именно рациональное мышление в этом плане? Вот успех человека в работе, в бизнесе, в социальном контакте, его раскованность, как это связано? Почему люди, приходящие заниматься изначально, им кажется, у них панические атаки и агорафобия, а через там 5-6 месяцев работы с когнитивным терапевтом, они начинают резко как-то вот понимать, что они стали более эффективны вообще в целом. Ну, наверное, писать тяжело, да? Не буду вас тогда мучить в письменной форме. А, Лин, ты знаешь, я не очень с тобой согласен, что когнитивная терапия – это позитивное мышление. А, не путай, пожалуйста, позитивное мышление и рациональное мышление. Это не тождественные вещи. Рациональное мышление, оно не очень всегда и прям позитивное, я бы сказал. Ну, например, да, действительно, я ошибся. Это разве можно назвать позитивным мышлением? Да, действительно, я был неправ. Я сожалею о том, что я сделал. Мне жаль, что так произошло. Не могу назвать это позитивным. Рациональное мышление, оно объективное. Это не позитивная аффирмация, я самая обаятельная, привлекательная, все мужчины там падают, кто на меня смотрит, а потом этот человек попадает в ситуацию, в которой она абсолютно не готова. Поэтому, пожалуйста, Лина, да, задает этот вопрос. То ли когнитивная терапия – это не позитивная. Сейчас я буду об этом говорить, и Дмитрий Петрович будет об этом тоже говорить, что это рациональный взгляд на обстоятельства. Давайте я отвечу на свой же тезис по поводу успеха в жизни в целом, как связана когнитивно-поведенческая терапия. Попробуйте сейчас меня очень внимательно послушать. Вспомните вашу жизнь, когда у вас возникали вегетативные реакции, с которыми вы обратились к коллегам, к врачам-интернистам общей практики и искали в себе болезнь сердца, сосудов, да, там, кишечника, желудка, бронхиальную астму пытались диагностировать. Вспомните этот период. И вспомните период, этот период обращения с симптоматикой, и вспомните обстоятельства, которые происходили в тот момент вашей жизни. Муж, жена, работа, дом, карьера, деньги, отношение к себе, к целям, которые вы достигаете, выбор между работой и неработой, между партнерами, уйти, не уйти. Вот вспомните все эти обстоятельства. Я вам практически могу гарантировать, что вот примерно 80% сейчас вспомнят, что они относились к определенным обстоятельствам жизни тот период, очень остро. Можно сформулировать примерно три варианта отношения. Это отношение к себе, где человек перебарщивает именно к себе. И если говорить по МКБ-10, по международной классификации, я бы вот эту вот когнитивную способность перебарщивать к себе, давайте проверим знания моих клиентов из групп. Как вам кажется, какой из трех основных видов неврозов вот именно является таким типичным для клиентов, которые... О, молодец. И типичным для клиентов, которые перебарщивают к себе. Я должен, иначе я вот должен порвать всех без выходных, иначе я несчастный, иначе я ничего не достоин, иначе меня нельзя любить. Это неврастения. Симптоматика неврастении, основных невротических проявлений всем вам ясна. Это общая астенизация, вегетативная дисфункция, потеря аппетита, потеря сна, раздражающий свет, звук, да, и так далее и тому подобное. То, что кто-то может назвать, опять же, ВСП. Соответственно, люди, которые способны предъявлять больше претензий к окружающим, люди должны, иначе это неправильно, вот я бы так поступил, и все так должны, вот я сказала, вот так все должны себя вести, да, и так далее. Замечательно. Да, вот. Это вот истерическое, да, такое радикал, когда мы требуем к окружающим. Верно. Где люди... А, ребята, а очень слышно вот эту хрень, которая там наверху перфорирует? Не очень? Нормально? Меня слышно? Хорошо? Нормально? Нормально. Отлично. Вот. И третий вариант – это когда человек имеет
Хорошо, я понял. И третий вариант – это когда человек имеет слишком такие жесткие убеждения в виде рамочного мышления такого, да? Если я это, то я такой-то, если я это, то я такой-то, за рамки какие-то выходить не должен, я должен сделать так, чтобы только не показаться плохим, чтобы не быть плохим, я должен все контролировать, чтобы меня не осудили, я должен быть вот как-то делать, а вдруг угонят машину, дай-ка я 25 раз проверю. А чтобы не быть плохим, как же я могу быть плохим, а вдруг я сойду с ума, тогда родители скажут, что я должен добиться в жизни многого, а вдруг я кого-то убью, а если меня положат в психушку, то я вообще ничего не смогу добиться. Вот такой стиль мышления, свойственный, конечно, больше в акценте к ОКР клиенту. Это вот пятерочник, например, да, наш любимый. Вот, соответственно, когнитивная терапия работает с мышлением. Значит, ребятки, кто это не слышал, потом вопросы. Запоминайте, есть три основных элемента в когнитивном подходе. Они же являются практикой когнитивной терапии. Это ситуация, автоматические мысли, как ты об этом думаешь и как ты интерпретируешь ситуацию, и последствия. Помнишь, я рассказывал про сломанный ноготь? Вот, например, ситуация. Я сломала ноготь. Затем идет сама интерпретация, кто я от этого, какая я от этого, что это значит, ужасно ли это. Об этом Дмитрий Викторович будет говорить, об этих убеждениях. В общем, все это понимание ситуации называется убеждениями. Ты можешь это представить как такая линза, на которую ты, через которую ты смотришь на мир. И вот если в этой линзе, в этих убеждениях с детства что-то пошло не так, а, например, ребенку, поведение с ребенком, обстоятельства детства сложились таким образом, что девочка научилась понимать примерно так. А если я получаю пятерки, то я хорошая. А если я получаю двойки, то я плохая. А если мама радуется и вот гладит меня по голове, то я хорошая девочка. Если мама недовольна, я плохая девочка. Вот примерно такие модели формируют потом способность понимать мир и именно формируют те самые убеждения о себе и формируют потом стратегии. Например, чтобы не быть тупым, я должен. Или чтобы доказать всем, что я все-таки имею право на существование и чего-то добиться, я должен. И вот это является невротичностью, которая начинает вот именно нас гнать вперед. Кто смотрел мою исповедь, помнит, когда я там про рестораны говорил, вот это невротические убеждения начинают нас гнать, работать без выходных, цепляться к словам, доказывать в интернете, что я вообще-то не хуже, мериться членами в том же самом интернете или мериться членами на работе, а у меня машина длиннее, а у меня больше кошелек, а у меня вот этот круче, а вот если ты так, то так не должен, если так поступил, то это вообще ужасно. В общем, все эти преувеличения, все эти взгляды являются искажениями. И по поводу вашей вегетососудистой дистонии, кто пришел сегодня в начале, как же связаны ваши вегетососудистые проявления и когнитивная терапия, когнитивные особенности? Очень просто. Те люди, которые пытаются постичь секрет когнитивной терапии годами, пытаясь найти секретный секрет лечения ВСД, мне, конечно, их очень жаль. Почему? Потому что, как обычно, правда заключается в очень такой поверхности, не скрытой от глаз. Вы пытаетесь искать какое-то лечение, какие-то секреты, а удивительным образом клиенты, получающие качественный результат, они понимают, что правда так была наверху. А правда вегетососудистой дистонии заключается в следующем, что вегетососудистые проявления, которые в большинстве случаев, если мы исключаем там какие-то системные мультимодальные нарушения или какие-то нарушения, связанные с старческой инволюцией, или нарушения, связанные именно с истинным поражением вегетативной нервной системы, если мы убираем органические, да, вот именно такие четкие диагностированные случаи, то в 90% случаев то, что вы испытываете вегетативно, это обычное, естественное, я бы даже сказал, здоровое эмоциональное проявление. Диарея, тахикардия, подъем давления, спасибо, подъем давления и так далее и тому подобное. К
Кто сказал, что это смертельная симптоматика, предвещающая смерть? Это только вы так себе придумали, потому что вы просто не поняли, почему это произошло. А на самом деле ваше ВСД – это не что иное, как последствия эмоционального состояния. Затяжного, длительного, дистрессового эмоционального состояния, где, естественно, внутренняя тревога, нарастающая, вызывает дисфункцию вегетативную, потому что психика и головной мозг, в кавычках, начинает действительно интерпретировать, что вы либо в угрозе, либо, помните, да, мы говорили о метафоре угла, что вы загнаны в угол, но, например, если вы находитесь в длительном стрессе под вопросом, какое решение принять, уйти от мужа, не уйти, покинуть работу, не покинуть. И многие люди видят в этом безвыходность, видят в этом тупик. И как вам кажется, психика будет реагировать, когда вы верите, что вы в тупике? Как животное ведет себя в тупике? Как животное ведет себя в безвыходной ситуации, которое верит внутри, что она в безвыходной ситуации? Конечно, это животное в этом тупике будет брыкаться, сопротивляться и вегетативно брызгать слюной. Или замрет и сожмется. Как у нас есть три, да, формы реакции на адреналин. Бей, беги, спа. Бей, нападай, беги, замри. Да? Вот так у вас психика будет реагировать. Но опять же, объективно-то вокруг вас ничего не произошло. Да, у вас есть недопонимание с мужем. Окей. Да, у вас есть недопонимание в семье. Окей. Да, свекровь, теща не такая, окей. А, да, там какие-то любовные истории, окей. Да, что-то на работе, что-то с деньгами. Но в целом все эти ситуации, они не являются смертельными. А вот то, как вы к этому относитесь, вот это во многом и определяет ваше самочувствие. Вот здесь понятно, что вегетососудистая дистония – это не болезнь. Это следствие необъективного взгляда на обстоятельства. По телесному моменту. У нас есть три формы последствий. Какие? Когда мы нерационально смотрим на обстоятельства окружающего мира, у нас есть три формы реакции. Это телесная реакция, это есть наша вегетативная история. Это эмоциональные последствия, это гнев, стыд, паника, депрессия. И это поведенческие последствия. Это изоляция, избегание, прокрастинация, излишняя агрессия, там какие-то попытки всяких действий, связанных со своим телом там, и так далее. Соответственно, вот этим и занимается когнитивная терапия. Теперь всем это понятно, все поняли, чем, вот что такое когнитивный подход и так далее. Освежили в памяти? Вопросы, пожалуйста. Сегодня мы будем заниматься именно тем, что многие из вас знают это все, и вы задавали Дмитрию Викторовичу такой вопрос. Мы понимаем, как выглядят автоматические мысли, да, многие из вас знают убеждения, и Дмитрий Викторович сейчас вам вот расскажет о том, со своего подхода, опять же, ребят, когнитивная терапия – это такой скальпель, да, но он очень эффективный скальпель, но опять же, в каждых руках он по-своему лежит. Вот вы увидите, что Дмитрий Викторович, президент нашей ассоциации, он заслуженный человек в этом виде деятельности в мире медицины и психотерапии. И вы увидите, что то, что даже вы знали, он вам расскажет там, с еще одного угла, с еще одного преломления понимания философии когнитивного подхода. И я вам очень искренне рекомендую сейчас внимательно его слушать. И будет вам очень полезно. Максим спрашивает, Леш, есть ли вторичная выгода? Что делать? Будет время, расскажи. Максим, давай, во-первых, поясним нашим зрителям, что такое вторичная выгода. Вторичная выгода – это термин, взятый из направления психотерапии, которое называется личностно-ориентированная, если не ошибаюсь, реконструктивная психотерапия. Там есть термин вторичной выгоды симптома. Поясню, как это выглядит. Выглядит это так, что симптом является механизмом самосовладания между тем, что человек не может либо выносить, либо между тем, что он не может решить. Пример. Чтобы не принимать решение по обстоятельствам развода с мужем, я буду ходить по больницам и искать в себе болезнь. Но, Макс,
Это настолько в сложной конструкции в голове происходит, что человек действительно начинает верить, что он вот-вот умрет, ему надо поговорить с врачами. А на самом деле косвенно эта клиентка уходит от реальности. А реальность такова, что у нее дома не все в порядке, там она не может принять решение. И она не имеет как раз когнитивных навыков принимать решение. Понимаешь, Макс, как женщина может принять объективное взвешенное решение, когда она полна иррационального воззрения на ситуацию? Поэтому когнитивная терапия во многом является хорошим инструментом, вот, если говорить о термине внутренний конфликт, да, решением и пониманием этих конфликтов, чтобы их даже не то, чтобы его надо решить, а чтобы он даже не возникал, потому что и не будет никогда вторичной выгоды. Поэтому вторичные выгоды симптома образуются тогда, когда симптом что-то решает. Например, не принимать решения, откладывать какие-то действия, да, оправдывать собственное поведение. Вот, например, у меня есть клиентка, она очень классно выстроила форму взаимодействия в семье. А поскольку она не очень привыкла к самостоятельности и не очень вот, и ей нравится, когда вокруг нее люди, а она вот эксплуатирует в кавычках вот так своих домочадцев. Пойдем со мной, а то я умру. 7 лет уже. Нормально она умирает 7 лет? Никак что-то вот как-то у нее не получается. Хочешь прикол? Смотри, значит, мы с ней стали делать упражнения. А упражнение заключалось в том, чтобы показать ей, что ничего не случится. Мы смеялись всей группы. Ну, у нас нормальные отношения, поэтому она тоже сейчас смеется. И мы уже это обсуждали много раз. И я попросил выполнить несколько упражнений, и результат был такой. Она не умерла, она дошла одна до магазина, она обалдела, что за 7 лет она не умерла. Возле этого магазина вернулась обратно, и ты не представляешь, что было дальше. Кто догадается, что было дальше про вторичную выгоду симптома, если она очень сильная? Она увидела, что у нее все нормально, она может одна. Как вам кажется, что случилось, когда она это поняла? Она резко обострилась. Очень резко. И еще сильнее привязала к себе мужа. Соответственно, ну, да, молодец. Да, и вот это как раз и есть то самое вторичное назначение. Она, конечно, придумала что-то новое, Микш, абсолютно, потому что психика настолько отрицает, что я могу вообще-то без них и самостоятельно, что вот тут надо придумать себе много интересных, а вдруг у меня еще вот это случится. Ну, как все вокруг меня. Тут надо мужу еще памятник поставить, на самом деле, потому что не каждый мужчина сможет это все выносить. Вот, поэтому тут муж, конечно, молодец. Вот, спасибо. Все, тогда вопросов по теме, наверное, больше не будет. Я передаю слово замечательному человеку. Я не могу выучить всех регалий. Вот я читал в книгах все, что у вас написано, я не могу выучить. Поэтому я вам представляю врача-психотерапевта, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, человека, который обучает психотерапевтов в нашей замечательной стране, который проводит супервизии профессионалов, который учился у самого Аарона Бека, и неоднократно был в США, и, поскольку я недавно вернулся в очередной поездке, лично жал руку и обнимал Аарона Бека и Джудит Бек. С днем рождения, вот 94 года ему исполнился, 18 июля. Был на празднике Аарона Бека. Я думаю, что мало кто из российских специалистов, кто даже преподает в институтах, знаком так тесно с этим методом, как этот человек. Поэтому вам очень сильно повезло, что вы имеете возможность сегодня послушать лекцию двухчасовую этого замечательного профессионала, потому что мало кто из наших так тесно прикоснулся к основам этого метода. К сожалению, многие наши специалисты в институтах и вот на интернет-пространстве, они знают метод по книгам, переведенным, знают метод так, как они его поняли. Вот, к сожалению, здесь возникает много искажений. Я сам учился в институте, и мне преподавали когнитивную терапию. В других институтах я ее читал, слышал и книги читал, и вы не поверите. Вроде как книги на русском написаны,
А каждый автор понимает по-своему. Поэтому я когда понял, что что-то как-то есть какие-то противоречия, вот тут я понял, что надо учесть у первоисточника. И вот я вам представляю Дмитрия Тычков пока, того самого человека, который обучает наших психотерапевтов тому самому основному методу психотерапии. А я рядом сяду и буду периодически задавать какие-то уточняющие вопросы. Хорошо? Спасибо. Единственное, что я вас попрошу не писать в чате, окей? Поэтому предлагаю внимательно слушать. Спасибо. Я чат закрою, ребятки, потом открою его. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В первую очередь хочу поблагодарить Алексея Юрьевича за такую возможность пообщаться и нам вместе с ним, и нам совместно вместе с вами. Это интересный формат. Я не так часто использую интернет, общение больше в традиционных формах, таких семинаров, лекций, но постараюсь донести ту информацию, которую я привык доносить точно, через такой необычный для меня вариант. В этом отношении я как раз и попросил Алексея Юрьевича вступать периодически со мной в диалог, если он заметит, что я ухожу в какую-нибудь лишнюю теорию или меня заносят какие-то собственные там идеи, либо приблизить наше с вами общение к конкретным запросам, потому что действительно вашу аудиторию Алексей Юрьевич знает очень хорошо, уже много лет практикуя и этот метод, когнитивно-поведенческую терапию, такую форму через вебинары и ведя многочисленные группы. И здесь еще дополнительная отдельная благодарность Алексею Юрьевичу, потому что это, во-первых, гигантский труд, это колоссальное вложение времени, сил, энергии, а во-вторых, очень важная миссия, потому что действительно, психотерапии много, людей, которые практикуют психотерапию, тоже много, но тем не менее их до сих пор недостаточно. У нас большая страна, много людей, еще больше проблем у этих людей. И вот Алексей Юрьевич взял на себя добровольно такую миссию донести до людей то, что он прожил сам, то, что он понял, то, что он освоил, то, что он продолжает осваивать, и щедро делясь своими знаниями и своими силами, которые, поверьте, уходят очень серьезно и быстро при такой интенсивной работе. Спасибо большое. Поэтому спасибо вам, действительно, и рад нашему знакомству и уже такому продолжительному сотрудничеству. Так что для меня это тоже приятно быть с вами в контакте и быть с вами в такой связке рабочей. И я постараюсь, чтобы наше сегодняшнее общение тоже было полезным для аудитории и развивало вот это благое дело. Может быть, вы начнете с ассоциации? Расскажите немножко коротко об ассоциации, его миссию, функцию. Хорошо, если это, конечно, не утомит аудиторию, потому что это больше организационный вопрос. Ну, коротенько. Коротко, да, коротенько, легкую лекцию. Наша ассоциация возникла как такая группа энтузиастов в клинике неврозов. Ну, наверное, вы знаете Андрея Курпатова. Мы работали вместе, я на 4-м отделении, он на 1-м отделении. Ну, еще целый ряд молодых таких психотерапевтов, которые в клинике неврозов имени Ивана Петровича Павлова в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове возле реки Невы, пробовали свои силы, еще тогда молодые, в 90-е годы, проводили ряд таких экспериментальных работ, писали свои диссертации, книги. И одновременно решили создать сообщество, чтобы было обсуждение, были возможности для обмена мнениями, для учебы друг у друга и для учебы у профессионалов, которых мы регулярно приглашали. Тогда еще живой Борис Дмитриевич Кровосарский, главный психотерапевт Российской Федерации, много профессоров, которые приезжали к нам из Москвы, из других регионов, и мы постарались вот таким образом поддерживать в нашем городе развитие когнитивно-поведенческой психотерапии, этого подхода. За 15 лет, конечно, организация развилась уже до размеров не только региона Ленинграда и окрестностей, но уже от Владивостока до Калининграда у нас есть региональные представительства отделения и масса специалистов. И вот сегодня как раз семинар по супервизии двухдневного в Москве. Я с удовольствием приехал в гости
к Алексею Юрьевичу, и вот выяснил, что я редкий, так сказать, посетитель мужского пола в этих пенатах, очень интересных и таких творческих. Поэтому это для меня уже тройная гордость и предмет для такого позитивного очень реагирования. Поэтому я надеюсь, наш вечер пройдет совместно в таком позитивном и конструктивном ключе. Действительно, когнитивная терапия – это буквально поворот такой в психологии, и его даже историки называют когнитивным поворотом. И он может стать поворотом в сознании людей. И вот наша цель – как можно до большего количества людей донести, в чем же ее плюс, польза, преимущество. Поэтому сегодня я постараюсь рассказать о том, как я вижу эту целесообразность и в чем можно положиться на этот подход, в чем можно извлечь из него вот эту пользу для себя, для своего состояния и даже для своей жизни за рамками какой-то медицинской там, части расстройства эмоционального, каких-то функциональных нарушений, вегетатики или внутренних органов. Это лишь призыв, это такой набат, это колокол, в который бьет ваш организм, чтобы обратить ваше внимание, что так жить нельзя. Эмоции, физиологические реакции – это последствия. Как раз Алексей Юрьевич элегантно сделал вступление, рассказал о том, что из себя кратко представляет этот подход. Это подход, основанный на анализе. Но в отличие от психоанализа, здесь анализ такой функциональный, технический. Мы пытаемся рассмотреть, как же происходит то, что с нами происходит. Откуда берутся вот эти проблемы, которые мы часто умножаем и обвешаны ими, как вот елка новогодними игрушками, или как такие вериги, которые нас мучают, как ядра, привязанные к ногам, хронически, систематически мешающие нам жить. И вот этот подход связывает их с нашим отношением, с нашим мышлением, которое как кирпичики выстраивает это отношение. А там, где другой пройдет и его не зацепит, человека с особенностями мышления буквально магнитом притянет к чему-то, и вот он сделает из этого проблему. Причем будет убежден, что проблема объективно существует, и он не мог по-другому реагировать. Это вы сейчас говорите о проблемах вот окружающих, да? Некровегетатику. И о внутренних. Да. Я внутри. То есть давайте их свяжем. Вернемся к такой цепочке, о которой рассказал Алексей Юрьевич, АБЦ формулы Эллиса, где А – такое активирующее событие, activation event по-английски. Здесь активирующим событием это будет для конкретного индивида. Один человек смотрит в лужу и видит грязь, а другой – отражение звезд. Это известная такая фраза Конфуция. Она говорит о том, что у каждого свой взгляд на ситуацию. То есть мы видим не то, что есть, а то, что подчас хотим увидеть. И вот это хотение или эти особенности нашего мышления и определяются спецификой структуры психики и структуры самого процесса мышления. Что оказывается, эта структура многослойная. То есть чтобы мы отреагировали на какое-то событие, и чтобы оно стало для нас значимым и критическим, у нас уже есть предуготовленность. То есть у нас есть уже некие заготовки домашние, в виде так называемых установок. Этот термин, с одной стороны, использовался Альбертом Эллисом, но, с другой стороны, исторически, еще раньше о нем писал и говорил Дмитрий Николаевич Узнадзе, известный такой грузинский советский психолог, который рассказывал об установке как раз о неком стереотипе мышления, влияющем на восприятие и создающей предуготовленность. То есть это мои некие прошлые опыты, это мои некие прошлые воззрения, в виде домашней заготовки сидят в моей голове. И сталкиваясь с каким-то явлением, событием, в большинстве случаев у меня есть опыт чего-то похожего. И вот этот опыт может предлагать отреагировать уже каким-то типичным, стандартным, похожим образом. И поэтому порой, даже выявляя вот эти свои автоматические мысли, которые являются обуславливателем таким, объяснителем, как нам нужно к этому относиться, как нам нужно на это реагировать, и порой проскакивают в голове за долю секунды. Мы уже имеем какое-то отношение. Это плохо, это ужасно, это прекрасно, это мы ненавидим. А можно как-то классифицировать автоматические мысли и убеждения? Да, давайте тогда типологию такую небольшую проведем. Ну, развернем цепочку полностью. Итак, есть активирующее событие, мы уже имеем к нему некое отношение, но даже не осознаем это отношение. У нас
помогают реагированию на окружающую действительность, вот эти цепочки мыслей. Для того, чтобы быстрее ориентироваться в реальности, мы свой опыт каким-то образом преобразуем в это отношение. И, к примеру, первый раз вы видите человека, вам нужно определиться, какой он хороший, плохой, добрый, злой, умный, глупый, полезный, бесполезный. Это некий внутренний портрет, который вы рисуете. И это такая заготовка. Второй раз вы с ним сталкиваетесь, уже есть некие наметки этого портрета. Третий, десятый. Вот теперь представьте себе какой-нибудь начальник гипотетического, который первый раз кричал на вас, брызгал слюной, кидался мелкими предметами. Второй раз то же самое сделал. Вы думаете, с чего вдруг, с какого перепугу. Не очень вам это нравится, вы напрягаетесь. Когда он это делает уже там в сотый раз, то если к вам подойти и спросить, что ты подумал, когда к тебе подошел этот, допустим, Сидоров, вы скажете, да я ни о чем не подумал, я только этого козла увидел, меня сразу затрясло и заколбасило. То есть пошла вегетатика, меня прошиб пот или напряглись скулы, руки, я там вспотел тут же, заколотилось сердце. Это телесные реакции, которые ответ на эмоции, эмоции тревоги или раздражения. А эти эмоции обусловлены вот этими мыслями. Кто такой Сидоров? Я быстро собираю, значит, глаза, нос, рот, уши, и этот портрет превращается для меня в некого человека. А я уже знаю, что это за человек. Я его быстро собираю за долю секунды и быстро реагирую. Сидоров — это сволочь, Сидоров — это деспот, Сидоров — это тиран на работе. А он идет, допустим, с информацией, что хочет вам повысить зарплату или там, предлагает повышение по карьерной лестнице. И получается, наша реакция становится неадекватной объективным обстоятельствам. Сидоров еще не кричал, Сидоров еще не метал предметы, Сидоров еще не буянил и не оскорблял вас нецензурно. Но уже этот опыт, уже отношение диктует. Сидоров — это зло. И прямо с порога вы можете сказать, уйди от греха подальше, я за себя не ручаюсь. Сидоров разворачивается, естественно, премия там или повышение отменяется. И получается, что мы реагируем на то, что ожидаем. Эти ожидания, предиспозиции, если говорить таким научным языком, предварительные позиции, или если брать английский язык, экспектации, вот эти ожидания, они не случайны. У нас есть внутренняя картина мира такая. Кто я такой? Отношение к себе, то, что называется я-концепция. Кто вокруг меня люди? Что я им должен? Что они мне должны? Это установка дорожествования, как мы помним. Вернемся еще к классификации установок. Но те, кто уже побывал у Алексея, кое-что об этом знают. Поэтому для них такой условный сигнал кодовый. Это отношение к себе, другим, окружающей действительности. Это как бы внутренняя прошивка такая, глубокое ядро личности, которое лежит там себе внутри, но определенное воздействие на наше мышление оказывает. И поэтому в зависимости от того, какой такой вариант нашего мышления у нас сложился, стал привычным, у нас появляются типичные такие наборы эмоциональных реакций. В ответ на эти эмоции, физиологических реакций, застучало сердце, где у нас тревога, напряглись мышцы, где у нас злость, или пошла вегетатика в других каких-то ситуациях. И реакции поведения. Ну, например, поведение избегания. Мне стало плохо, надо сваливать. Привычное такое избегание может стать стилем тоже жизни. Я уже туда не хожу, здесь стараюсь поменьше бывать или вообще там сижу дома на всякий случай. И вот какой будет всякий случай, это тоже уже некое мышление, мысль, которая рассказывает мне о том, что меня там ждет за порогом моего дома. Поэтому, если так условно представить это в виде цепи, ну, мы не будем забивать сейчас это формулами или слайдами. Многие уже знают, что есть такая цепочка АБЦ или СМЭР, события, мысли, эмоции, реакции. И вот по этой цепочке мы можем проводить анализ. Анализ — это некий срез. На этом срезе мы можем увидеть то, что обычно скрыто от нашего взгляда. А помимо произвольных мыслей, которые мы думаем сознательно, решаем задачи, общаемся с друзьями, мы обдумываем, что мы говорим. Есть еще мысли, текущие фоном, параллельно. И их Альберт Эллис назвал автоматические мысли. И Аарон Бек тоже также их описывает как некий автоматизм. За производными мыслями следующий уровень — уровень автоматических мыслей. И поэтому те, кто понаблюдает за собой, может увидеть, что в неких
обстоятельствах, назовем их события или ситуации, регулярным образом у меня что-то такое выстреливает, что я начинаю чувствовать себя определенным образом, эмоционально себя так чувствовать, физически так себя чувствовать и вести себя. И иногда я уже знаю эти ситуации. Ну, например, знаю людей, на которых я реагирую. От этого меня трясет, а с этим мне хорошо. И получается, что мы незаметно для себя функционируем, по сути, как зомби, что у нас работают некие мыслительные программы. И иногда, вопреки нашему желанию, они навязывают нам эмоциональное состояние. Можно назвать это привычкой? Да, это будет как раз хорошее слово, описывающее саму функцию, как это функционирует. Это функционирует как стереотип и мышление, и переживание, и поведение. Это функционирует как привычка думать таким образом. А все, что мы делаем привычно, мы делаем уже на автомате. И вот эти автоматические мысли, они приводят к тому, что вроде бы я не хочу тревожиться. Я говорю себе, с завтрашнего дня я буду очень смелый человек. Я буду ходить, где хочу. Я буду делать все, что хочу. Но наступает завтра, и заново с утра мысли о том, а как сегодня день пройдет, они накроют тебя случайно по дороге куда-нибудь. А сердце ты проверял? Давно ты проверял? А ЭКГ ты на каком аппарате делал? На швейцарском или на нашем? Ну, понятно, а врачи тебя какие смотрели? Ну, все ясно. В общем, какие у тебя шансы добраться живым до дороги? Хотя бы, не говоря уже до работы. Почти нулевые. То есть, вроде бы, я не хочу так думать, зачем мне такие вредные мысли. Но иногда я даже их не замечаю. Я чувствую просто подспудно, что меня потряхивает. Я чувствую возбуждение некое, я чувствую беспокойство. Что это, откуда это лезет? Я вроде бы так не думал. Ну а кто за тебя так подумал? Просто это думаешь уже привычно, на автомате. И вот эти привычки, как некие автоматы, тащат тебя в уже протоптанное русло. Что я и не хочу вроде там ссориться, да, в семье, кричать на жену, там, на детей. А что-то меня заставляет. Вот сегодня у нас была супервизия, и вчера целый день. И вот за 2 дня мы разбирали такие интересные, порой даже забавные случаи, как люди портят себе жизнь, как их мышление приводит к тому, что они устраивают просто катастрофу из своей жизни, и в том числе и жизни со своими близкими. Вот она, женщина, например, клиентка одного нашего специалиста, вела себя вот таким образом. Она регулярно обижалась на мужа. Причем была уверена, что это муж такой садист, потому что он придирается, он как бы вот там говорит, что ты там хозяйка и не особо такая, вот какой бы стоило быть. Ну да, я не готовлю, ну что, или я готовлю невкусного, не хочешь, не ешь, иди там туда и сюда, что ты меня, значит, дергаешь. И удивлялась, почему у них жизнь такая не очень хорошая. Почему муж психует, там дергается. И выясняется, что незаметно для себя она ему тоже мстила. Регулярно там отказывала в сексе, сквозь зубы там с ним разговаривала, говорила, да ты там лох чилийский, зарабатываешь мало, статус у тебя низкий. Вот то ли дело у меня любовник был для тебя, вот замечательный человек был. Так хорошо у нас с ним все складывалось, а ты и мужик никакой, и значит, зарабатываешь не то, не сё. И потом она удивлялась, почему, собственно, у них не складывается жить. А почему он тоже в ответ на нее, там, условно говоря, гонит, мучает ее, что она на автомате такую программу, по сути, разрушения своей семьи, разрушения отношений имеет, выстроила и оттачивает ее. То есть она подбирала те слова, которые знала, заведут мужа. И при анализе выяснилось, да, я их думаю. А зачем я их думаю? Ну, привычка. Он же козел, надо, чтобы дальше там мордой об стол, в ложку его там посадить очередной раз. И муж постепенно все больше становился взрывным. Там последний какой-то их там праздник, они поехали к родственникам, он устроил там скандал, сказал, она плохая хозяйка, взял у нее какую-то деталь из автомобиля, там аккумулятор вытащил и поехал в Москву на электричке с этим аккумулятором. Вот пример безумного поведения. Да, все родственники говорят, а что ты с ним живешь? Он же идиот полный. Но при этом раньше она выходила за приличного человека с интересным поведением, интересными мыслями, светлыми. И тут вдруг он превратился в полного идиота, в склочника. А это система вот таких взаимных нападок, когда программы приводят, по сути, к такому самоуничтожению или уничтожению отношений. А можно рассказать про долженствование?
Да, давайте перейдем теперь к тому, почему же люди так думают, а что же заставляет их совершать эти ошибки. То есть первое, нужно научиться замечать эти ошибки. То есть осознанность заключается в практике внимания. Итак, как мы можем быть внимательными? Алексей рассказывал об этих формах АБЦ, СМ, ЭР. Это возможность по этой структуре замечать, когда происходит некое событие, я впадаю в такие переживания, что проскакивает между. Между проскакивают определенные мысли. Перед тем, как меня затрясло, заколбасило, перед тем, как меня накрыло обидой, тревогой, страхом, раздражением, что пронеслось в моей голове? А там проносятся определенные оценки, там проносятся какие-то объяснения, интерпретации, там делаются какие-то прогнозы и возникают выводы. И если понаблюдать за собой, то будут такие типичные ситуации, в которых типичные мысли доводят нас до типичного накала эмоционального, типичного физиологического реагирования, которое часто превращается в замкнутый круг. Мое стучащее сердце я могу воспринимать как сигнал, что у меня сейчас будет инфаркт. И по этому поводу у меня тоже куча мыслей, которые еще больше дадут мне залп адреналина и медитации. Да, то есть замыкается в круг. Мы не стали этот слайд выносить, но там действительно вот такой круг, и где еще все влияет одно на другое. И вот этот круг становится нашим бременем. Это такие автоматические программы. И даже если мы их вскрываем, это пока первый шаг, это только осознание. Но меняем ли мы при этом мысли? Многое в психотерапии строится на понятии инсайта. Инсайт — это озарение такое. Я раньше не понимал, а почему меня колбасит? Теперь я увидел. Я так думаю. Я представляю, например, из чего-то катастрофу. Но от того, что я это обнаружил, эта катастрофа, к сожалению, не отменяется. Что же влияет на то, что эти мысли продолжают думаться за мыслями, за уровнем произвольных мыслей, автоматических мыслей, которые думаются произвольных? Стоят так называемые установки или убеждения, промежуточные убеждения по Нубеку. Это некие правила, правила обработки информации, правила восприятия и некие объяснения, как стоит действовать. Это такие предписания. Давайте обсудим ряд таких правил. Например, бывают люди-перфекционисты, которые говорят, все должно быть идеально. Все должно быть совершенно, иначе это будет недостойно меня, или я буду недостойно выглядеть. Перфекционизм — это такая промежуточная установка, которая вытекает из долженствования, из требований, которые формат установки в теории Альберта Эллиса, что я должен другим показывать свою успешность, что я должен быть идеальным, я должен быть совершенным. И вот это очень серьезная проблема, от которой пойдут серьезные издержки. Качество жизни такого человека будет серьезно страдать, потому что ему придется работать по полной программе над тем, чтобы другим доказывать, что он идеален и безгрешен. А, как говорил Иисус, тот, кто без греха, пусть первым кинет меня камень. Даже на солнце есть пятна, даже альпийский снег не идеально белый. И тут возникают издержки, что каждый раз мне приходится колоссальные усилия тратить на то, чтобы быть идеальным, но что-то идет не так, и что-то рушат мои вот эти усилия. Или даже если я сегодня был идеален, я буду думать, а завтра? А что завтра? Смогу ли я поддерживать вот эту идеальность? И это колоссальная нагрузка. Спрашивается, зачем? Зачем тебе быть идеальным? Часто за этим стоит требование, вот это долженствование. А что заставляет человека так от себя требовать? Может здесь быть еще одно следствие установки долженствования — оценочная установка. Я могу себя так оценивать. Это у Аарона Бека глубинное уже убеждение, непринятие себя. Я себя не принимаю, и поэтому я обкладываюсь вот этими жесткими требованиями. Если я буду идеален, тогда меня все будут принимать. О, аллилуйя! Вот таким образом я устрою свою счастливую жизнь. Я буду идеальным, отлично. Дальше все меня будут любить, все делать для меня. В принципе, шоколадная жизнь начнется. Осталось дело за малым, стать идеальным. И вот тут, оказывается, собака зарыта серьезно. Как ты идеально-то станешь? Ну, я буду стараться напрягаться, дергаться. И это бремя, колоссальное бремя, которое превратит жизнь человека в мрак тревоги, страха и ожидания провала. А вдруг я сойду с ума, я же не буду идеален. Да, тут масса вариантов, как я не буду идеален. Там, я шлепнусь, подскользнусь, на мне там, не та одежда, не того фасона, не той моды. Я должен везде соответствовать самым высоким критериям.
это просто колоссальная нагрузка. И одновременно страх там обозуется, он может касаться и своего поведения. А контролирую ли я себя достаточно? И вот тут это как проблема сороконожки. У сороконожки спросили, как ты там со 40 ногами обходишься? Она задумалась, опа, действительно, и свалилась. Поэтому, если вы начнете думать о том, как глотать, например, то очень легко вы можете испортить этот автомат. Если начнете думать за всех, как я выгляжу в глазах других, вы начнете тревожиться, сбиваться и еще больше портить такой воображаемый некий рейтинг, реноме свое, еще больше из-за этого париться, и вот замкнутый круг еще один легко нарисуется. В основе таких мыслей, которые заставляют нас делать ошибки, и лежат вот такие ошибочные правила. А за ними прячутся вот такие глубинные убеждения. Если я не принимаю себя, то мне приходится вот такие искусственные правила жесткие вводить, что тогда-то меня примут. Я, конечно, ужасен, я себя ненавижу, я себя не принимаю. Я такой, какой есть, никому не понравлюсь, я такой не нужен. Я же неудачник, лузер, и все у меня плохо. Но если я буду играть роль, может быть, кто-то и не догадается, что я лузер. Может быть, кто-то и решит, неплохой парень, слушайте, может, действительно стоит с ним пообщаться. Поэтому мне нужно требовать от себя по максимуму, чтобы точно никто не догадался. Это становится привычкой. Я начинаю думать везде, что идеально, совершенно, вот мой билет в счастливую жизнь. На самом деле это дороговато. Это дорога в тяжелый невроз, потому что перфекционизм приведет не к тем улучшениям качества жизни, как изначально ожидалось, а как вот обычно благие намерения тащат в совсем другую сторону. Вот мы сейчас сказали про перфекционизм, а если взять антипод требованиям к окружающим? Давайте тогда рассмотрим королеву установок, как называл ее Элис, установка долженствования. Вот это суровая штука, и сейчас я думаю, сколько у нас там, 84? Все 84 участника так или иначе суровую штуку эту у себя где-то нащупают. Итак, концепт установки долженствования, некий конструкт, который описал Элис, это требование. Должен семантически, то есть по своему смыслу, это уже смысловая ловушка. Должен семантически означает только так и никак иначе. Запомните вот такое определение – отсутствие физической альтернативы. Поэтому слово «должен» уникально по адекватности своего применения. Ну, например, в помещении, что мы там проводили этот вебинар, там, где мы находимся с Алексеем, должен быть кислород. Потому что альтернативы для человека – кислорода нет. Если закончился кислород, вебинар, к сожалению, тоже закончится. Через 5 минут будет. Поэтому здесь использование слова «должен» адекватно. А в 99% случаев должен – это преувеличение, которое является ловушкой. И вот это должен – это такой суровый тиран, который долбит нас со всех сторон. Первое – это то, что я должен другим. Я должен быть успешным, например. Я должен быть привлекательным. Я должен быть хорошим. Я должен быть умным. И мы себя все время дергаем, соответствуешь ли этому, так ли, как это должно быть. Второе – это то, что мне должны другие люди. Соответственно, если я стараюсь, пусть и они стараются. Что это они там, халявят? Если мы возьмем пример такой типичный, кажется, ведь все правильно. Если я даю, например, деньги в долг, это же мне должны люди, конкретный, например, человек, я ему дал денег, он мне их, соответственно, должен вернуть. Ошибка, которую допускает человек, это то, что слово «должен» здесь не подходит, оно неадекватно. За ним реально прячется слово «хочу». Я хочу, чтобы он мне вернул деньги. Вот что более точно, что более правильно было бы использовать в этой ситуации. Кажется, ну какая разница? Должен, хочу, почти одно и то же. Разница принципиальная. Если он должен мне вернуть деньги, все, можно расслабиться, можно не думать. Он вернет их автоматически. Например, завтра должно взойти солнце. Мне не надо его вручную закатывать на небосвод и обратно вечером выкатывать там, в хранилище куда-то. Это все само собой произойдет. А если он должен мне денег, он их мне принесет, и это ошибка, что он принесет, живой или мертвый, захочет он принести, или обстоятельства ему помешают. Это большой вопрос. И при этом мы можем дать ту сумму, на которую не рассчитывали, потерять. Потому что у нас была гарантия, что нам ее вернут. А теперь представьте, что это лишь желание. И какие у вас инструменты, чтобы гарантировать возврат этих денег?
На 100% ли у вас есть возможность их вернуть? Нет, это желание, и оно потребует от вас усилий. И поэтому лучше заранее осознанно продумать, не допуская этой ошибки, какую сумму денег я готова или готов отдать. Ту, которую вы прямо сейчас можете порвать, выкинуть в окно или сжечь. Тогда у вас не будет такого стресса по поводу того, что деньги удивительным образом не вернулись, хотя должны были. Поэтому вот это требование к окружающим, оно часто кажется обоснованным. Потому что, видите, здесь и слова используются такие. Я говорю, должен, он соглашается, что должен. Мы возьмем стороннее лицо, наблюдателя независимого. Он скажет, да, должен, вот он тебе расписку написал. Это некие конвенции, это на самом деле соглашение. То есть есть физические законы, что человек, например, не летает вверх, а летает вниз без специальных приборов. Это закон притяжения. Хотим мы, не хотим, он работает без нас, автономно. То есть здесь нашего усилия не потребуется, это работает автоматически. А в остальных случаях это наше желание, которое придется осуществлять какими-то усилиями. В некоторых случаях жизнь пойдет не так, как мы хотим. Поэтому вот это требование к другим часто является неадекватным. Муж должен понимать, чего я хочу, откуда. Он рентген, он должен делать то-то, не должен делать того-то. Мама должна знать вот это, начальник должен понимать вот то-то, правительство должно обо мне заботиться и так далее. Ну, масса примеров. Жизнь показывает, что это не всегда так. Что ты будешь делать, если будет как раз то самое исключение? Спасибо большое. Вот многие клиенты в процессе терапии работы над собой видят эти должествования. Самый популярный вопрос про должествование. Я понимаю, что они не должны, но меня все равно тянет устроить скандал. О, отлично. Сейчас буквально хвостик я договорю, что есть еще требования к миру. Третья сфера, как бы я себе должен или я должен другим. Я требую от других, они мне должны, и мир мне должен. Но если у меня выходной, то должна быть хорошая погода. Ну, как ты ее устроишь, что тучи разведешь руками, что вот это требование не должно быть там того-то, должно быть то-то, часто неадекватно. Если мы это вытаскиваем, например, с помощью дневника или с помощью обсуждения с самим собой или со специалистом, то да, мы видим неадекватность этих мыслей, мы видим, что они нелепы в некоторых случаях, можем даже посмеяться над ними, но завтра мы снова их думаем. Это проблема привычки, что вот это долженствование является тотальной привычкой, усвоенной с очень раннего возраста и обладающей, конечно, инерцией. А что это за зверь такой, который все время подмывает, сказать, где-то он должен? Я понимаю, что нет, но... Зверь серьезный, потому что есть верование, что он не должен. Да, я вроде бы согласен, что он мне не должен, но уже должен, зараза. Вот. То есть как это денег не вернет? Я что-то не понял. Я про теорию услышал, да, что не должен. Тут-то, зараза, должен. И возникает подмена. То есть я вроде бы и понимаю, но на самом деле не согласен. Поэтому то, что я понимаю, часто это не понимание в прямом смысле слова, а это осведомленность. Да, я в курсе, что есть такая штука, установка на расставание. Ну отлично, но если ты в курсе, если ты все понял, а зачем ты ее думаешь? Она так сама думается, что тебе из космоса эти мысли приходят и навязываются. Ну, вроде бы мои мысли. Поэтому есть такая интересная еще терапия, называется терапия реальностью. Уильям Глассер спрашивал у своих клиентов, говорит, ну как ты делаешь что свою тревогу? Он говорит, что, больной что ли? Я ее делаю, я ее страдаю, вот у меня справка, я тревожный больной пациент, вот такой же твой приятель, такой же психиатр в белом халате выдал мне справку. Или там другой, я вот депрессивный больной. И он вообще заранее так жестко сказал, товарищи, вот я всем объявляю, вообще не используем существительных. Выкиньте нафиг свои справки. Депрессия, тревога. Забудьте вообще слова такие. И он стал использовать глаголы. You are depressing или you are anxiety. Ты себя тревожишь, ты себя депрессируешь. Все говорили, обалдел что ли? Ты чего, товарищ? Мы пришли к тебе лечиться. Ты нас еще обвиняешь в этом. Он говорит, ну хорошо, давайте посмотрим. Что ты хочешь? Человек говорит, я хочу не тревожиться. Ну отлично. А что ты делаешь? Я страхуюсь, там, я думаю, как бы не случился инфаркт. Как тебе это помогает? Что ты держишь сердце руками, ты там хирург опытный, сам себе можешь скрыть грудную клетку, там быстро подлатать все. Или там человек в самолете летит и говорит, ну как я могу не слушать шум моторов-то? Я же должен знать, что там происходит. Это гиперконтроль, да.
я должен быть в курсе, я должен все страховать, я должен там перестраховываться, послушать, как там капитан сегодня, в каком настроении поздоровался. Ну, а ты тоже суицидент, там в Альпах нас грохнет. Я должен это контролировать, что ты пойдешь убьешь этого капитана, или если там мотор остановился на крыло, полезешь, будешь чинить. Ну, не знаю. Так а зачем ты это делаешь? Ну, не знаю, я привык. Я все время присматриваюсь, как там стюардессы. Напряглись уже, бегут за парашютами. Ты когда видел, чтобы они за парашютами бегали? Ну, ни разу не видел, но мало ли. То есть я делаю все, чтобы делать себя тревожным. Я фантазирую, значит, как самолет грохнется. Я фантазирую, как там все десантируются, а на меня не хватило парашюта. Хотя вообще, это я сам только что придумал. Я писаюсь в метро. Откуда, да. Что я жду, что я в обморок грохнусь в метро. Сколько раз ты сегодня падал в обморок? Сегодня ни разу. А на этой неделе? Ни разу. А за этот год? Ни разу. А ты вообще падал в обморок? Да, в 14 лет. На жаре. Надуло там или там жарко стало. Вот меня понесло. Но в 14 лет, когда перестраивается организм, все там подпадывают. Если ты последние 20 лет не падал, чего ты вдруг ждешь? Ну, слушайте, это вам пофиг. А мне своя шкурка дорога, и я думаю заранее. Где мне солому подстелить, где мне подстраховаться? Потому что, ну, вы сдохнете и не жалко, а мне-то себя жалко. Значит, надо понять, где меня ждет угроза. И поэтому это тоже скрытая установка благосостояния. Ты должен все контролировать, ты должен все предусмотреть, ты должен обо всем подумать заранее. Вот как ты делаешь себя тревожным. Ну а что, а как я выжил-то тогда? И тут вопрос. А как ты решил, что ты живешь в такой кошмарной реальности? Что ты должен круглосуточно думать о своем выживании? И даже если ты думаешь, ты уверен, что ты думаешь о том, что тебя убьет правильно. Вдруг ты пока паришься об одном, случится другое. Ну, это лучше даже не задавать такой вопрос, потому что он поставит не только в тупик, а еще и в кризис. Тогда и спать нельзя. Потому что во сне я забываю думать о том, что надо, в общем, страховаться. И получается, что человек не замечает, как он делает себя страдающим, тревожащимся. Спрашивается, зачем человек так глумится над собой, издевается? А как он себя депрессирует? Вот давайте посмотрим, что это за такая чудо-установка долженствования. От нее есть ростки. Вот сегодня из Тут-Элиса, я туда регулярно езжу. К сожалению, Элис уже умер в 2008 году. Но есть его ученики, очень интересные, серьезные люди, очень творческие. И они развивают это направление. И если изначально количество установок росло, то сейчас для общего понимания достаточно базисных, они называются core beliefs, такие ядерные верования, ядерные убеждения. И это четыре штуки. Корень долженствования, а от него такие ростки. Итак, первое – это сами требования, это тот же должен, установка долженствования. Ну, мы сейчас о ней проговорили коротко, поэтому не будем сейчас в нее вникать. Следующее, что растет от этого корня долга, это оценочная установка. Если я что-то должен, например, быть успешным, быть хорошим. Я все время проверяю, а соответствую ли я этому требованию, как я себя оцениваю, тем более, как меня оценивают окружающие. Достаточно ли я хорош, хорошо ли одет, правильно ли говорю, там, иду такой походкой, там, модные ли вещи, там, какие-то атрибуты, которые доказывают мою хорошесть. И здесь масса проблем с оценками. Это проблема еще и самооценки. Это уже, получается, не я себя оцениваю, а я начинаю думать о том, как они на меня посмотрели, что они обо мне подумали. И это мнимая самооценка. Реально я суммирую два фантома. Во-первых, мнение окружающих, а во-вторых, это еще не настоящее мнение окружающих. Это то, что я подумал, что они якобы обо мне думают. То есть от этого вырастает еще такая установка чтения мыслей. Я, значит, читаю мысли окружающих и верю в то, что они именно так думают. А на самом деле Нострадамусы из нас дохлые. Пару раз угадали и так с восторгом думаем, что везде попадаем в точку. Реально, например, угрюмое лицо начальника может показаться, что это он затеял недоброе, хочет меня уволить. А у него заболел живот. И наше чтение вот его такой позиции и предсказание негативного будущего – это ошибка. В этой ошибке мы теряем свое спокойствие, нервничаем, суетимся. То есть вся цепочка опять выстреливает. Еще одной такой веточкой от установки долженствования является, от корня долженствования, скажем так, является катастрофизация, катастрофическое мышление, которое характеризуется такими словами-маркерами: ужас, кошмар, катастрофа,
это определенный стиль мышления, как раз деструктивный, когда человек привыкает думать о худшем прогнозе, о худшем варианте. Кто о чем, как говорится, а здесь вшивая баня. Каждый раз, вместо того, чтобы выбрать что-то среднее, выбирается максимально негативный. Что это за странная логика? Что это за странное поведение? А это такой тип мышления, условно, умный Маша. Я хочу гарантировать себе будущее. Помню, что корень у нас должен, я должна все предусмотреть, чтобы, не дай бог, там ничего не случилось. Это вот приведет же к каким-то кошмарам, поэтому я должна все предусмотреть. Тут Маша понимает, что это триллионы вариантов, все не обсчитать. Тогда Маша делает умный ход, и вот в этот момент становится умной Машей. Что я буду думать о хорошем? На этом можно сократить свои усилия. Уже часть триллиона мы отсекли. Что я буду думать о нейтральном? Я приму хорошее, переживу нейтральное. Давай-ка я подумаю о плохом. А максималистка Маша еще и выберет из плохого самое плохое. А перфекционистка вообще полный мрак. И вроде бы хорошо, я решил подготовиться. Если я подготовился к самому худшему, к остальному, по такому континууму, я автоматически готов, как бы. Но на самом деле здесь произойдет заклин. Если я думаю о самом худшем, это безвыходная ситуация. Она вообще не решаема. Это смерть, например. Я не дошла до работы, рухнула, скорая не успела. Небритые санитары приехали, закинули мое тельце и сразу повезли в морг. Там кто-то еще сказал, может, к врачу. Да нет, сразу в морг. И все. Вот такой образ. Представьте, я умираю, никто не хочет помочь. Максимум кошелек вытащили, пока я валялся. Отличная картинка. Зачем ты о ней думаешь? Ну как? Я же должен быть готов. От того, что ты об этом думаешь, степень твоей готовности, насколько выше. Ну, я уже там прикидываю, как добираться, как выбираться. Это не поможет. В этой драматической максимальной картинке выхода нет, шансов нет. В этом получается парадокс. Человек сам себя мучает картинками, образами, идеями, которые сам себе еще и вбивает в голову, вырвав их там из интернета, из фильмов, из новостей, из рассказов своих там боевых друзей, собратьев по несчастью. И это такой садомазохизм. И даже когда сам человек спрашивает, ну, я же уже понял, что это мои вредные автоматические мысли, нафига я их снова думаю? А установка говорит, ты должен об этом думать. Что ты? Тебя ждет кошмар впереди. Ты понимаешь, что это будет ужас. И вот тут человек покупается на этом, потому что у него вот это скрытое требование, и говорит, думай о плохом, думай о плохом. Тогда ты выживешь. Можно говорить здесь о концепции выбора? Да, вот это отличная стратегия, потому что ее как раз Уильям Глассер и предложил. Что ты выбираешь? Ты выбираешь вот этот ужас, ты выбираешь свою перестраховку. И вот здесь важно оспаривать. То есть оспаривание — это диспут. Диспут в переводе есть оспаривание. То есть как ты думаешь, ты можешь увидеть с помощью вот этой раскладки функционального анализа. Вытащи свои мысли, присмотрись к ним, запиши их на досуге. Даже если тебе лень писать в тетрадке. Можно сейчас их немножко ребятам систематизировать, как их лучше выписывать, пригвоздить к бумаге? Давайте. Давайте кто-нибудь, может, расскажет о последнем своем напряженном состоянии. Там сейчас будет много. Просто вот любой пример, как выписывать лучше, чтобы у нас вот есть этап. Да? Сначала мы выписываем, а потом я бы хотел задать вопрос о том, как мы можем дискутировать. Да, отлично. Итак, смотрите, например, если я чувствую обиду, я могу верить, что это ситуация такая. Я не мог здесь ничего другого чувствовать. Но на самом деле обида — это то, что не может быть сделано снаружи. Это то, что делаю я. И поэтому я могу отмотать назад, провести такой ретроспективный анализ. Я могу зафиксировать ситуацию. Что это было? Вот я еще ничего не чувствовал, все было хорошо. Записали события. Там Сидоров сказал такие-то слова, например. Или там Петрова так-то на меня посмотрела и потом таким-то тоном сказала то-то и то-то. То есть мы записываем события безоценочно, просто констатируем факты того, что происходило. Дальше мы можем зафиксировать, что с нами случилось. У нас возникла эмоция, обида. Можем даже зарегистрировать телесное состояние. У нас ком в горле появился. Можем зарегистрировать поведение. Я обиженный ушел. Но самое главное нам растянуть то, что в голове пронеслось молниеносно, и то, что пронеслось подспудно. Что было между первой секундой, как возникла обида, и как развернулось некое событие? Пронеслись мысли, но человек их не видит. Он говорит, мне такое сказали, как тут не обидеться.
Но реально сначала пошла интерпретация. То есть первоначально человек в своих мыслях констатирует события. Он говорит, и вот это Петрова мне сказала вот сейчас, нифига себе. И дальше он говорит, как она посмела мне так говорить, как это ужасно, как это оценили другие, что я вот сейчас стою, обтекаю после такого высказывания Петровой, что она не должна была ни в коем случае сделать. Это все ужасно, несправедливо, возмутительно. И поэтому гнев, обида, печаль – это то, что как бы автоматически во мне сработает, но в ответ на определенные мысли. Попробуйте научиться вспоминать. Сначала будет казаться, я ни о чем не подумал. Потом вроде одна мысль была, что это ужасно, или что это несправедливо, или что это возмутительно. А потом постепенно выяснится, что там целая цепочка проскочила, которая закончилась выводами. Это обидно, это возмутительно, или там, если это тревога и страх, это катастрофа. И постепенно возникнет навык. То есть здесь мы имеем дело с формированием полезной привычки. То есть нам важно, чтобы какая-то группа нейронов нашего мозга заточилась и превратилась в наблюдательный пункт. Эти нейроны будут, условно говоря, по терминологии 90-х следить за базаром. То есть они будут смотреть, чем занимаются остальные нейроны. Что я там за мусор гоняю в своей голове? Особенно критический мусор, который возникает перед тем, как мне сорвало крышу, как я затревожился, разозлился и наделал потом делов, например, каких-то. То есть, например, почему я подрался? Потому что я решил, что это невозможно уже терпеть. Я должен отомстить за попранное достоинство. Иначе я, да? Да, потому что дальше цепочка незаметно выстраивается. Дальше мне все на голову сядут. Я стерплю сейчас это унижение, потом все будут плевать на меня. А вот тут можно еще вопрос? Очень часто клиенты говорят, если я буду мыслить рационально, я покажусь слабым. Вот, замечательно. Давайте посмотрим, насколько это логично. Да, что если я буду невротиком, я буду очень сильным, но недолго, значит, потому что буду истощаться в итоге своим этим неврозом. То есть если я мыслю рационально, это не значит, что я везде уступаю, что я везде сдаюсь. Рацио – это разум. Я просто мыслю разумно. Стоит ли пытаться, если мне сказали какие-то слова, которые мне не понравились, сделать кому-то черепно-мозговую травму? Вроде бы стоит, потому что тогда следующий не захочет говорить. Ну, отсидишь ты там 5 лет каких-то, ну, может, 10, и выйдешь уверенным в себе человеком. Это же иллюзия, вы понимаете, да, что толку-то от того, что вы 5 лет или 10 провели в местах лишения свободы. Проблема от этого не исчезнет причем, потому что это должествование останется. Я должен всем доказывать свою состоятельность, я должен всем доказывать свой авторитет. Это как раз вот это скрытое убеждение, что я плох, но если я буду всем показывать, что я, если что, наваляю всем, от этого все меня будут любить, ценить там, или бояться, на худой конец. Поэтому вот эта программа будет заставлять меня так себя вести и регулярно либо самому получать по голове, либо там куда-то на время удаляться. То есть вот это сомнение клиентское, что я понимаю, что я мыслю нерационально, но если я буду рационально, то они подумают, что я сдался, прогнулся, просел. Вот это очень много в дневниках у клиента фигурируется, что как бы вот здесь идет ошибка, что я от этого слабый, меня победили, она выиграла. Какие-то такие определения? Ну, тут стоит спросить, лучше быть там, не знаю, живым, но быстрым, убежав от льва, или смелым, но мертвым, оставшись с ним. Потому что шансы у вас, в общем, против него будут относительные. Что-то ты опять философия, что ты выбираешь? Ты выбираешь упереться рогом и страдать, либо ты... Что принцип, на который идут люди, просто семантически надо понять, что такое слово «принцип». Если с латыни его перевести, слово «принцип» зародилось в античный период. Принцип – это был второй ряд римского образования в виде такой квадратной штуки, просто крепости такой, в которую превращалось войско. Они строили такое укрепсооружение, где нижний ряд ставил щит, второй ряд на него ставил копье, третий ряд закрывал второй ряд щитом из себя, и получалось такое укрепсооружение. Торчало очень длинное копье и металлическая, по сути, такая конструкция. Те, кто воевали против них, например, варвары, они говорили такой слоган: «Я иду на принцип». Это значит, он говорил практически следующее: товарищи, считайте меня коммунистом, я сейчас сдохну, но вы по моим, значит, там,
оставшимся ошметком тела, сможете вскарабкаться и закинуться туда, в этот римский легион. То есть, по сути, это крик самоубийцы, иду на принцип. Но сегодня у нас это просто замечательно. Принципиальный человек – это здорово. Может быть, это здорово, если вы там, хотите отдать жизнь за какой-то, там, не знаю, идеал. Но по большому счету, с точки зрения современной суицидологии, это саморазрушающее поведение, которое просто человек не осознает. Поэтому в следующий раз, прежде чем идти на принцип, вспомните, что это вот такая штука, где вы просто за даром отдадите свою жизнь. Просто из-за того, что вам так захотелось подумать, что это был неправильный выбор. Зачем? Если вы уже заранее можете для себя решить, насколько он адекватный, насколько он правильный. То есть первый этап – это научиться видеть эти автоматические мысли. Это навык, который не всем дается сразу. Да, да. Вот тут важно понять, что осознание – это неоднократная акция. Вы сказали, все, теперь я буду осознающий. Я буду сознательный, я буду как бы созерцательным, наблюдателем. Это практика. Причем на Востоке эта практика куется годами. Осознанность сегодня в третьей волне КПТ – это просто самое модное направление. Mindfulness называется. Из буддизма в основном взяты вот эти практики осознанности. Но мы с вами можем взять буквально из второй волны очень четкий инструмент, помогающий осознать, как я это делаю, как крутятся мои мысли, которые затаскивают меня в такое переживание, в такое физиологическое состояние, в такое поведение. И вот коллекция этих мыслей, регулярная регистрация их и покажет, у тебя такие программы, ты зомби, ты так реагируешь на своих близких, ты так реагируешь на начальника, ты так реагируешь на метро, потому что у тебя такие программы. Чем лучше ты их видишь, тем больше ты можешь их оспорить. Дмитрий Ильич, а как по вашему опыту, по опыту коллег из США, лучше регистрировать вот эти автоматические мысли? Многие клиенты, их надо заставлять сбитые, выпускать, писать. А многие, вот хочется отметить, что срываются на... Я про себя подумаю, я вот так посижу, подумаю. Мало дисциплины именно вот ведение дневников. Да, здесь нашего человека после нашей школы очень сложно заставить писать. Он говорит, я уже в школе написался, хватит. Давайте без этого. Можно как-то без этого? Давайте вы за меня напишите. Это же не поменяет ничего. Написание – это технологическая процедура. Лев Семенович Выгодский, такой известный психолог, написал книжку «Мышление и речь» на основании серьезных своих работ. И он объяснил, что есть разница между речью внешней и речью внутренней, которая является нашим мышлением. Мы сами с собой разговариваем или диалоги там ведем, или монологи. Так вот, критика к речи внутренней на порядок, то есть в 10 раз меньше, чем критика к речи внешней. Если вы не вытащили на внешний носитель свои мысли, то знайте, что вы мимо пропустите эти ошибки. То есть вы будете говорить, ну да, я вижу, что какая-то фигня. Размер этой фигни вы увидите только, когда ее вытащите на бумагу, что она вот такая серьезная, что она нелепая. Поэтому, когда человеку пересказываешь, как ты подумал, вытаскивая из него на сеансе эти мысли, он начинает смеяться, потому что это можно действительно до гиперболы довести. Ты решил, что вот ты сейчас умрешь от того, что ты подошел к букве «М», или там обязательно все на эскалаторе падают кубарем, ломают себе шею. Да где ты вот последний раз видел, когда ты последний раз? Когда человек осознает, что он так думает, да, он понимает, что-то я тут перегибаю палку. Но чтобы это заметить, нужен либо стабильный внешний наблюдатель, который будет тебя дергать за руку и говорить, а что ты сейчас думаешь, а что ты сейчас думаешь, а озвучь это, а расскажи, а ты понимаешь, какая это фигня. Либо придется это регистрировать на каком-то внешнем носителе. Существуют люди, не очень жаждущие изменений, на словах говорящие, я очень хочу поправиться, но не вкладывающие в это усилия. Ну, для таких придуманы гаджеты для облегчения как бы существования. Пожалуйста, не хотите писать, включайте. У каждого сейчас есть телефон, у 90% там есть диктофон. Озвучивайте, просто говорите вслух. Даже когда вы начнете говорить вслух, вы поймете, что какую-то я фигню сейчас несу. Какая-то пурга настоящая. Я не очень верю, когда произношу это вслух. Потому что когда мы думаем гораздо быстрее, чем говорим. И поэтому мы там ошибок не замечаем. Соответственно, в этом состоянии мы не можем заметить эти ошибки из-за скорости, из-за подспудности. Поэтому если мы выносим на внешний носитель, то у нас гораздо больше шансов обнаружить эти ошибки, замечая эти ошибки, встречая их в следующий раз,
мы уже будем узнавать. А мы по поводу этих там диверсантов уже работали, уже как бы разбирались, уже пытались их обезвредить. И уже знаем, что там с ними делать, что сказать, как с ними биться. Поэтому этап регистрации очень важен. Если мы не регистрируем, то, по сути, мы заново продолжаем наступать на те же грабли. Потому что если мы не регистрируем, как наступая на одну часть предмета, другая резко поднимается и бьет нас по голове, то, значит, следующие грабли ваши. Потому что никаких пока альтернатив, как их обходить, как их распознавать, вы для себя не прописали. То есть, по сути, наш мозг слегка напоминает компьютер. Прописанные программы, если вы их не вскрыли, не разложили, будут и дальше автономно, автоматически царить в вашей голове. Поэтому их необходимо осознать, разложить и четко видеть, где там вирусы, где вот эти ошибки, где эти диверсанты. Это только регулярной практикой осуществляется. Поэтому чудодейственные как бы исцеления за один сеанс – это чаще всего просто самовнушение. Сегодня отпустило, завтра опять накрыло. Поэтому здесь необходимо понимать, если мы имеем дело с привычками, привычки сами не уходят. Привычки – устойчивый конструкт, который продолжает автономно функционировать и будет функционировать до тех пор, пока не появятся противосилы. То есть задача анализа – показать, где мы ошибаемся, чтобы мы это быстро уже качественно распознавали в следующий раз. Следующий шаг – зарегистрировав, обнаруживая, осознавая, нам необходима альтернатива. Да. Вот в книге «Страхи, тревоги, фобии» три главы как раз внутри практической части, три части описывают, да, вот я, если можно, минутка рекламы, как говорится, вот в этой книге есть теоретическая часть, есть практическая. И вот практическая часть, она как раз посвящена тому, как работать над собой. Первая часть – анализ, то есть детализация негатива. Где вот эти мелкие пакостники, которые там где-то глубоко шастают и портят мне жизнь? Как они буквально называются? Пронумеруйте своих тараканов, распознавайте их в лицо. Иначе вы за ними не угонитесь и четко их не будете замечать. А можете их назвать, этих тараканов? Что записать там не надо? А, то есть, если мы говорим об автоматических мыслях, то у каждого свои цепочки. Из установки долженствования у каждого будет своя привычная какая-то песня. То есть, например, если я перфекционист, я должен быть идеальным. У меня какая-то песня по поводу идеальности. Если я, например, катастрофизирую, то моя песня будет складываться из того, что я буду искать какие-то ужасы, кошмары, которые ждут меня впереди. Если я предсказатель негативного будущего, то я всегда думаю, ну сейчас еще пронесло, но вот что дальше, а потом. И такой человек будет говорить, еще нормально, или пока выжил. И, соответственно, он думает в таком стиле. Поэтому определенные слова-маркеры, которые характеризуют установки, могут в этих программах уже мыслительных проскакивать как отражение этих установок. Поэтому по этим мыслительным цепочкам, как по нити Ариадны, мы можем выходить на сами установки. Соответственно, и важно регистрировать вот эти кусочки, такие фрагменты пазла, которые мы можем выносить на бумагу или там на электронный носитель. И дальше мы будем все больше собирать этих кусочков пазлов, и у нас появится картина внутреннего нашего мира, так называемые когнитивные карты. И в этих картах будет все больше сходиться, для чего так происходит, из-за чего я так делаю. У меня есть внутренняя логика, хоть и кривая, но она есть, которая тащит меня вот в такое реагирование. Отлично, замечательно. Давайте предположим, что вот 80 человек на вебинаре, они научились это идентифицировать, торжествование, оценочное суждение, катастрофизацию и перфекционизм. И еще одна штука есть – непереносимость фрустрации. То есть да. Перфекционизм – это как бы следствие торжествования, а вот эти 4 core beliefs – непереносимость фрустрации – это «я этого не выдержу». «I can stand it», «я не могу вот это вынести». А часто люди себя недооценивают. Что ты не можешь вынести? Что тебе будет стыдно так? А что ты реально провалишься сквозь землю? Если будет вегетативный дискомфорт, и это не будет. Я не вынесу вегетативный дискомфорт. Сколько раз? Ты уже 100 раз, 500, 1000 пережил этот вегетативный дискомфорт. Ну, мне повезло. Тогда вот меня пронесло. Это было чудо, оно повторилось 1000 раз, 1001 не повторится. Логика здесь отсутствует. Если что-то повторилось 1000 раз, то скорее оно 1001 и повторится. А можно назвать идею, которым более свойственна вот, седьмая установка невыносимый дискомфорт, что это немножко инфантильный гедонизм?
Да, это страсть к комфорту, это некий вариант действительно инфантильности, что я один не справлюсь. Родители обеспечивали этот комфорт, и поэтому я в себя не верю, я этого не выдержу. Поэтому это негативная такая я концепция. Я недооцениваю своих реальных сил. Я даже не тестирую реальность. Я как бы уже верю в этот негатив и живу этим негативом как самоограничителем. А можно здесь, вот как Максим в начале вебинара говорил, что вторичная выгода, да, вот такой термин, напомнил классический, что чтобы не было дискомфортно, я буду идти по пути комфорта, лучше муж пойдет со мной. Да, смотрите, если я считаю себя глубоко ущербным, то я становлюсь хорошим манипулятором, потому что мне нужны помощники. Я быстро учусь, как людей вокруг себя организовывать. И можно манипулировать в том числе и через болезнь. Спасите, помогите. Вам-то застранцам хорошо, здоровым. А что вам, инвалиды не жалко? Идите, помогайте. И это может быть вообще тиран семьи, который всех жестко держит в руках. Срочно все обо мне заботимся. Или вам не стыдно, товарищи? Вам не стыдно вот так инвалиды бросить? Все, всем стыдно. Все построились в очередь и делают то, что необходимо. Но при этом происходит как бы замыкание этого круга. Я пользуюсь другими, сам себя в итоге делаю недееспособным, потому что это как мышцы. Если они не работают, они атрофируются. Я все меньше делаю сам, все больше подтягиваю через манипуляцию людей, которые обеспечивают мой комфорт. При этом, увы, моя способность к комфорту обеспечивается только внешними входящими силами. Я сам не могу поддерживать ни свое душевное равновесие, ни какие-то внешние параметры своей жизни. Поэтому манипуляции, увы, бьют по манипулятору. Это не только зависимость, в которую впадают окружающие, но это и зависимость меня самого от этих манипуляций. Поэтому вторичная выгода от болезни – это все-таки механизм защиты, который является вредным для самого защитника. Кажется, что я вот так классно приспособился, а в итоге я сам себя замуровал в эту зависимость. А какие убеждения из тех, которые вы перечислили, более свойственны социофобам, да, людям, которые боятся общественного осуждения? Ну, вот смотрите, социофоб кажется таким очень чувствительным человеком, крайне таким сенситивным. За счет чего? За счет того, что у него есть теория, что он не выдержит вот этого позора, этого ужаса. То есть здесь мы имеем, во-первых, долженствование, что я должен быть всегда на высоте, должен показывать себя хорошо. Непереносимость фрустрации, я этого не выдержу. Катастрофизация, это будет ужасно, это будет кошмар. И оценочная установка, потому что социофоб думает о том, как я выгляжу в глазах окружающих. Что социофоба отпускает дома, если нет наблюдателей, да? Что здесь получается, я требую от себя произвести хорошее впечатление на других, потому что я верю, что только через это впечатление я получу контакт с другими, я получу дружбу, любовь, какие-то блага социальные, а иначе меня отвергнут. То есть проблема социофоба в том, что он даже не пытается посмотреть, как на самом деле происходит. Да? Расхождение с реальностью. Человек, который там смотрит в пол автобуса, считает, что все 60 человек в этом автобусе смотрят исключительно на него. То есть это уже как следствие некие варианты чтения мыслей, что они обо мне думают. Как следствие это прогнозирование негативного будущего, обрисовка таких катастроф. То есть такой человек целым ансамблем этих иррациональных установок начинает страдать. И его жизнь под гнетом этих установок, она становится такой зомбифицированной. Поэтому необходимо осознание, что это я делаю свой страх, что люди не подходят ко мне и не говорят, ты смотри, тут глаза не поднимай, потому что ты вообще ничтожество и ни в коем случае не имеешь права с нормальными людьми тут вот в одном автобусе ехать с поднятыми глазами и уверенным взглядом. Я боюсь оценки, это значит, что я делаю ее значимой. Мне надо осознать, а какое значение, для чего я должен понравиться всем этим людям, что это за миссия такая у меня, что это за задача. А где-то когда-то было принято решение, что я получу что-то хорошее от жизни, только если буду нравиться. И вот здесь мы имеем дело с глубинными убеждениями и с ранним опытом. Например, ранний детский опыт. Родители говорили, что вот расскажешь стишок там, пришли к нам в гости, расскажешь, будет тебе там пряник и завтра поход в цирк или там в кино. Не расскажешь, нафиг ты не поможешь. Ну и мы пошел. Подождите, а что, вот так вот в цирк не сходить?
Нет, твоя ценность определяется тем, что ты сделаешь. Ну или там, Машенька не убралась у тебя в комнате, приходит мама или папа и говорит: Машенька, ну что это за фигня? У тебя не убрано, да? Кто на тебе женится? Да, ну ты нафиг кому нужна будешь? Да и мы, пожалуй, тебя на Катеньку поменяем. Вот у наших знакомых Катенька вообще все идеально. Все на полках расставлено, все блестит, сияет. Пожалуй-ка мы тебя поменяем. Родителям смешно, они так вроде классно пошутили, а у Машеньки шок. Она понимает, нифига себе, оказывается, любовь родителей не безусловно, что ее надо заслужить. И надо быть хорошей, чтобы тебя любили и не поменяли на Катю или на холодильник. Отлично. И тогда получается, что мне надо биться за эту любовь. Биться за любовь мамы, биться за любовь папы. А потом выясняется, что народу-то еще дофига. Дедушки, бабушки в детский сад попали. Там вообще куча архаровцев, любовь которых еще попробую заслужить. И вот тут огромная нагрузка. Я привыкаю к такому ролевому поведению, где мне надо играть роль хорошего. И уже забыл, когда эту роль я на себя одел, когда я сделал вывод, что без этого никак, что жизнь закончится, если я вдруг окажусь нехорошим или разонравлюсь окружающим. Поэтому вот эта социофобия — это страх проиграть, страх роль свою не реализовать. Если я завалюсь, дальше же понятно, что произойдет. Тут же это все снимут на наши смартфоны, выложат в соцсетях, и к концу недели весь интернет уже будет знать, весь город на ушах. Будет говорить: вы видели Сидорова, вот этот ролик? Это ужас, это кошмар. Больше с ним никто общаться не будет. Все, Сидоров для нас исчез. Конечно, это ужас, это просто катастрофа. Соответственно, вот эта борьба с мнимыми катастрофами превращается в стиль мышления, в традицию, в привычку. Я все время вот, на чуку, я все время бдю, я все время дергаю себя тем, а вдруг что-то случится. Итак, у нас есть короткий вывод. У нас есть привычка себя тревожить и привычка себя депрессировать, исповедуя долженствование, катастрофизацию, перфекционизм, чтение мыслей и невыносимость дискомфорта. Давайте оставшееся время поговорим о технологии диспутирования. Вот я думаю, что сейчас ребята напрягутся, потому что они хотят от вас, они от меня много раз это слышали, но теперь от вас, вашими словами, на чем основаны основные принципы диспутирования, как их можно записать и как это можно провести технологично. То есть формирование альтернативы проистекает из оспаривания. То есть в сухом остатке после спора у нас остается вот эта короткая выжимка резюме наших правильных мыслей. То есть вот так думать не стоит, а как думать? То есть здесь часто из рефлекса слов, как из песни, не выкинешь. Если я привык думать таким образом, то эта привычка будет гнать меня в закономерный результат. Ну тогда а как думать? Вот как думать, это результат вот такой работы, где мы проясняем, где ошибки, а что стоило бы использовать. Ну, например, в походке. Нога пошла не туда, дисгармоничная походка. А куда стоит ее ставить? Или пианист играет мелодию негармонично. Нашел, какую мелодию он играет негармонично за счет какой ноты или группы нот. Какую ноту взамен играть? Если мы просто извлекли ноту, то у нас вся мелодия рассыпется. Если мы просто замерли с этой ногой, соответственно, тоже у нас нет походки. Значит, нужна альтернатива. Что мне теперь думать, когда я еду в автобусе и смотрю в пол? Зачем мне доказывать это окружающим? Я должен. А когда ты узнал, что ты должен? Кто тебе сказал это? Ну, мне родители сказали. А вот сейчас это работает, ты должен здесь всем в этом автобусе. Что будет, если эти люди не полюбят тебя? Как это отразится на твоей жизни? То есть это пример оспаривания неких своих предубеждений. И если это делать регулярно, то будут выковываться некие ответы на скрытые вопросы, на неосознанные рассуждения, которые, осознавая и осознавая ошибки в них, мы можем воспринимать как мишени. Но для этих мишеней нам нужно заточить стрелу. И вот эти стрелы, попадая в мишени, будут менять наше мышление с мешающего на помогающее. Именно новые мысли только могут сделать нас уверенными. Именно понимание, что у меня есть несколько важных для меня людей, которым я и так все доказал, которые и так меня знают. Если я пытаюсь быть хорошим для всех, то я не купюра в 500 евро, чтобы нравиться всем без исключения тем, кто имеет с ней дело. Соответственно, я не олимпийский рубль, опять же, как говорили еще в советское время. Но нет, я таким должен быть. А откуда ты знаешь, что ты таким должен быть? Поэтому работа с этими мыслями,
это открытие негатива. И даже его такая распаковка. Есть такая техника в когнитивной терапии и в РЭПТ одновременно, она называется «стрелка вниз». Что для тебя это значит? Что для тебя значит, если люди в этом автобусе не будут тебя любить? Это ужасно. Но как ты узнал, что это ужасно? Как ты узнал, что это катастрофа, и твоя жизнь на этом закончится? Ну, как я верю? Истинно ли твое верование? Давай проверим, где доказательства, где обоснование. И вот это пример диспута. Диспуты делятся на несколько категорий. Диспуты когнитивные, мыслительные. Они делятся, в свою очередь, на диспут логический. Насколько логична твоя мысль, что ты сейчас умрешь? Какими фактами она обосновывается? Тебе врач сказал, извините, вам долгоиграющие пластинки уже лучше не покупать, потому что по вашим анализам жить вам осталось там минуты или часы. Нет, таких у меня нету заключений специалистов, таких анализов или такого снимка, где все уже кирдык. Это я так думаю, я так решаю на основании таких мыслей. Ну, то есть это всего лишь твое мнение, твоя оценка. Не профессионал и не эксперт в этой области. А даже если бы это сказал эксперт, стоит взять второе мнение экспертное. Вдруг этот эксперт ошибся. Соответственно, если ты в чем-то себя убеждаешь, ищи логику, ищи факты, ищи обоснования. Если этой логики и фактов нет, вот уже альтернатива, которая выходит как некий способ думать иначе. Второй диспут – это эмпирика. Эмпирика – это настоящее, это опыт текущего момента времени. Вот сейчас ты уже упал без сознания, сейчас ты уже валяешься. Нет, я собираюсь. Ну, сколько раз ты уже собирался? Эмпирика – это еще опыт прошлого. Да ты собирался по 500 раз уже. Сколько раз ты нападал за сегодня, за неделю, за год, как мы обсуждали? Не падал. Тогда стоит ли повторять в 500 раз, в тысячный, кошмарить себя, вместо того, чтобы вспомнить, что ты много раз боялся, но ни разу не падал? Падай. Ну давай, падай. Нифига, не хочу, спасибо, извините, я лучше пешком постою. Соответственно, здесь возникает как раз некая полезная информация, на которую стоит себя ориентировать и обучать свой мозг думать именно таким образом. И обучение, естественно, неоднократное. Это регулярное использование вот этой альтернативы в виде тренировки. И третий диспут, достаточно такой тоже интересный, это прагматический. А насколько тебе выгодно? Вот в чем польза-то от того, что ты так думаешь? Ну, угнетаешь ты себя, ну, подавляешь. Что ты от этого имеешь? Ты становишься там лучше, мир вокруг тебя становится лучше. Или если ты боишься, ты становишься здоровее. Да нет. А в чем тогда польза? В чем тогда смысл? Поэтому реализм, насколько это соответствует реальности, что там все ждут от тебя, что ты будешь звездой автобуса. Эмпирика, что ты раньше пережил как-то эту поездку. И прагматика, а стоит ли тебе так выносить себе мозг, это пример типов оспариваний, которые в совокупности могут дать хорошую поддержку и некий четкий набор альтернативных мыслей, которые стоит натренировать тоже до уровня автомата. Но автоматом за один день, за неделю, даже за месяц они не станут. Это регулярная практика осознания своих ошибок, выявления их и возражения против них. И тогда постепенно, уходя, одни вещи, которые мы перестаем использовать, затухают, а другие, которые мы регулярно тренируем, они формируются. Что у нас же нет такой иллюзии, когда мы приходим в тренажерный зал, что достаточно качнуться один раз, и мы атлеты, и мы там Шварценеггер. Нет, это все-таки последовательность этих тренировок, закрепление и тогда формирование результатов. Поэтому если мы один раз что-то сделали, это всего лишь проба. Здесь нужна последовательность, регулярность, и тогда она превращается в навык, тогда она превращается в новый автомат. Поэтому три этапа. Осознание, то есть детализация негатива. Второе – формирование альтернативы через эти диспуты. И третье – тренировка этой альтернативы. Это мы так работаем с автоматическими мыслями. Что же происходит с установками? Установки, как набор правил, не являются железобетонными конструкциями. Мы можем переосмысливать и можем понимать, что это не очень подходящее для нас правило. И так же, как автоматические мысли, предлагать себе новые правила. Что я теперь не говорю «должен», даже слово такое, а уж тем более веры такое, торжествование. Я говорю «хочу». Незаметно даже изменение этого слова уже будет помогать осознавать, что не все, что я хочу, автоматически происходит. Поэтому от некоторых «хочу» я могу отказаться на добровольной основе, что это слишком дорого для меня, много по времени, много по силам, много по деньгам. И здесь больше появится возможности
выбирать, влиять на свой выбор, делать его осознанным, а не жить на автоматах, что должен. Я просто верю, это приказ, и он не подлежит обсуждению. Поэтому диспуты формируют эти альтернативы по отношению не только к автоматическим мыслям, но и к правилам. И эти новые правила, конечно, закрепляются еще дольше, чем закрепляются автоматические мысли. Но по дороге уже будет преобразование. То есть это не значит, что мы закрепили и однажды проснулись уже наконец в счастье. А это значит, что мы будем плавно двигаться на пути к этому счастью. Часто человек не замечает своего этого роста. Он говорит, ну слушайте, ну мы с вами работаем, работаем. Я как раньше тревожился, и сейчас вот тревожусь. Я говорю, уважаемый, вы помните, вот вы тревожились, чтобы к лифту выйти, и бежали обратно. А уж не говоря, когда вы там из парадной попытались вылезти. Это была паническая атака. А сейчас вы мне звоните из-за того, что вам в Альпах во время перехода стало немного тревожно. Вот вы видите разницу? Ну да, теперь спасибо, что вы напомнили. А то и так тревога, и так тревога. Но есть некое все-таки изменение, которое произошло и позволило тебе в Альпах там серьезно шалить. И только после этого понять, что, в общем, что-то меня беспокоит. Вот это диспутирование вы рекомендуете вот так же прописывать в этом самом дневнике? Да, альтернативы желательно тоже, чтобы были осознанными. Поэтому лучше их зарегистрировать, потому что в нужный момент забыл. Более того, стоит использовать их в виде таких шпаргалок, напоминалок. Они не сразу ляжутся в вашей голове. Поэтому я вот в свое время в 90-х с этим экспериментировал с удовольствием для себя, так сказать, переоткрыл в институте Бека, что это тоже, в общем, не новость. Это велосипед изобретен раньше, что и Аарон Бек, и Джудит Бек, это называли копинг-карты, совладающие такие карты, в которых уже есть подсказки. Полезла ересь, так вот же, ты с этой ересью работал и уже ответ себе написал. Вот твоя шпаргалка, здесь написано, если в следующий раз ты решишь, что это прединфарктное состояние, вспомни, дружок, что у тебя 600 инфарктов уже случилось. Значит, это не серьезная штука. Это кажется, что это смерть. На самом деле ты веришь, что это смерть. Но это не медицинский факт. Это просто твоя вера. Посмотри, что у тебя происходит. Руки работают, ноги работают. С чего ты решишь, что это инфаркт или что это инсульт? Это вера твоя. Поэтому напомни себя, свежи. Это карточка написана. Твой таракан номер 16. Это чувак, который тебе рассказывает, что ты сейчас сдохнешь. Сдохнешь от инфаркта. Сколько раз к тебе заходил этот чувак? Ну, уже, к сожалению, раз 500-800 только за последнее время. Чего ты по-прежнему разводишься? Чего ты по-прежнему веришь? Ты сам себе это втираешь в мозг. Поэтому давай, предложи себе проверить. Ну, давай, ну, сдохни вот сейчас. Что-то ничего не происходит. Пора уже домой идти. Ну, некоторые, конечно, ломятся, как лось по кукурузе, раскидывая народ в поликлинику. Забежал к кардиологу, весь красный, дышит как паровоз. Кардиолог, конечно, весь тоже бледный, смотрит, человек действительно умирает. Делает ЭКГ и говорит, что это как вы, у вас в порядке, а что вы такой красный и мокрый? Бежал 3 километра к вам с этим инфарктом. Ну, чувак, это, конечно, интересно. Знаешь, 10 шагов ты с инфарктом не шагнул. Это что ты сюда бежал, уже, по-моему, бежать в другом направлении. Это уже факт того, что это никак к инфаркту не относится. Или то, что у меня болит. Так болит у тебя слева. Там межрёберная невралгия у тебя, там сердца вообще нет, туда можно стрелять спокойно. Потом пальцем дырку заткнул, в поликлинику зашел, пневмоторов убрали, живешь дальше. Дмитрий Викторович, а что бы вы порекомендовали людям с таким расстройством, как ипохондрия, которые постоянно ищут себе то это заболевание, то другое, и какую негативную роль играет в этом плане социальные сети, форумы, обсуждения? Да, вот посмотрите на ипохондрию внимательно. Ведь это требование. Я должен все контролировать. Я должен знать и иметь гарантийный талон. Пусть мне выпишут. 100% ты доживешь до следующего техосмотра. Приходи к нам, мы тебе дальше следующий талон дадим. Не, мне почему-то никто этого не говорит. Фашисты. Надо ехать куда-то. В Германию, Израиль, Швейцарию. Там наверняка такой талон дадут. Ну, чекап там, конечно, сделают. Посмотрят по органовому систему. Но не скажут, что, товарищ, вот через год приезжайте, мы вам дали гарантийный талон, и 100% вы не умрете. Жизнь, динамика, там все меняется, и все возможно. Но вот вероятность этого, она разная. Поэтому человек требует гарантии, которая не существует. И вязнет в том, что он не может дать себе этой гарантии. Потому что 100% в природе отсутствует. Абсолютов в природе нет. Поэтому, конечно, по теории вероятности может все что угодно случиться. Но где у тебя доказательства, что это случится? И тут проблема презумпции виновности. То есть изначально, например, в судах в большинстве разумных стран есть презумпция невиновности. Пока не доказали, что человек вор, насильник, убийца, его
не сажают там в тюрьму и не расстреливают. А здесь получается, что я заранее говорю, что я болен, и попробуйте теперь мне докажите, что я не болен. Поэтому если у меня есть хоть один вариант умереть, то с перевернутой позиции, с ног на голову, презумпции виновности, даже если есть один шанс из миллиона, что я умру, я буду думать об этом шансе. Потому что я требую внутренне от себя за счет этого установленного расставания 100% гарантии, что ничего со мной не может случиться. А это совершенно нездоровая, неправильная позиция. То есть в детстве, вспомните, да, если вы там бежали, не знаю, играть во двор или куда-то в гости шли или в кино, думали ли вы, а есть у тебя гарантия, что ты дойдешь до двора или там до гостей, или тем более в кино вы сидишь? Нет, тогда и не было такой идеи, что мне нужно сначала доказать, что я на 100% здоров, а потом уже жить и активничать. Тогда исходило из позитивной диагностики. У меня есть температура 39? Нет, ну и свободен, пошел гулять. А ипохондрик теперь говорит, ну температуры-то нет, но ведь может быть все что угодно. Пойду-ка я обследуюсь. ФГДС сделаю, рентген, ЭКГ несколько раз. Ну, вроде так, ничего. Но на самом деле даже здесь может быть чего. Потому что есть шутка у врачей. Нет здоровых, есть недообследование. Вы пришли, каждый сейчас заточен на то, чтобы больше денежек выкрасти и в обследованиях, и уж тем более в лечении. Поэтому скажут, да нет, что-то у вас тут не в порядке. Да даже если я не сказал более-менее. Ну, например, кардиолог вам может сказать, блокада правой ножки пучка ГИСа. Для врача это просто смех. Это признак как раз невроза. Что сердце просто находится в таком режиме некого функционирования определенного. Это полная норма. Но представьте тревожный мнительный человек, которым является тревожно-фобическим. Он открывает для себя, что, оказывается, господи, живой не знал, что во мне живет какой-то ГИС в сердце. У него, что уже печально, не нога, а ножка. Ну что это он за инвалид такой? И главное, даже эту ножку накрыла блокада. Это как блокада Ленинграда. Все печально. Наберет в интернете блокада, и тут ему вылезет. Товарищ, а у тебя, значит, сердечная патология. Потому что блокада правой ножки пучка ГИСа и атриовентрикулярная, например, блокада. Совершенно разная история. Но человек купится на это и будет дальше страдать. Вот вы лично, как считаете, интернет-форумы и интернет-социальные сети, посвященные вегетососудистой дистонии, они внесут больше пользы или они внесут большую отягчающую нагрузку на терапевта и так далее? Тут две стороны медали, как обычно в жизни. Да? Есть и польза, есть и вред. Вопрос, что выбирает человек. То есть, например, интернет, там есть информация. Можно что-то узнать, погоду, там, не знаю, в Википедии какие-то данные, в Яндексе набрал, он тебе что-то подсказал. Но можно напороться на какое-то неприятное общение, на троллинг. Можно там что-то мрачное посмотреть, и потом всю ночь не спать. И это и то есть в сети, и то есть в форумах. То есть в форуме может кто-то что-то подсказать, может какая-то информация интересная возникнуть, но это жемчужины. А они в большом количестве, мягко говоря, нехорошего там вещества находится. Пока вы там выковыряете эти жемчужины, вы можете серьезно себе психику загадить. Потому что на форуме что происходит? В основном обмен не лекарствами или исцеляющими какими-то методиками, потому что они там не валяются, к сожалению, а обмен жалобами. Ну, просто заражение происходит. У меня даже если этого не было, то я послушал, почитал, на себя повесил и запереживал еще больше. Иллюзия здесь в магическом мышлении, которое тоже обсуждается в КПТ. Магическое мышление, что я сейчас найду волшебный способ, как быстро и качественно от всего избавиться, что он должен же быть, что тоже опять установка божествования работает. И от меня его просто скрывают. И где-то на каком-то форуме он затерялся, я сейчас его по-умному выковырю. И вот эта позиция, эта установка, все и сразу, быстро и без усилий. Избавление за один сеанс. Одним волшебным пендалем, ударом по башке вытряхнуть весь мусор. Поэтому здесь нежелание действовать, нежелание трудиться, оно понятно. Человек – существо, которое пытается экономить энергию, лень, в общем, родилась раньше нас. Но при этом, если мы страдаем, то в наших интересах приложить к этому усилия. Вот тут мозг может обмануть и говорить, ну это должно быть легко. А кто вам сказал, если вы так сильно страдаете, что избавление от этих страданий должно быть легким? Если это привычка, где вы видели любую привычку, от которой вы легко избавились, сказали, о, все, с понедельника, до свидания, привычка. Поэтому вот это магическое мышление вводит в заблуждение, что от меня скрывают легкий способ. Он наверняка должен быть. Кремлевская таблетка, волшебное электричество, которое сотрет мне кору на самом деле, а не поможет мне замечательно мыслить.
что я не хочу учить английский, дайте мне диск Ивона Давыдова, дайте мне сеанс гипноза, чтобы мне там все вставило. Правильные мысли стерло неправильные. Ну, даже если бы так было, то закончилось бы это печально. Анатолий Михайлович Кашпировский был бы пожизненным президентом, а все бы, в общем, занимались обслуживанием президента. Поэтому, слава Богу, у человека есть свобода воли и свобода выбора. Если вдуматься, по сути, это единственное, что у нас есть. Возможность выбирать. И последний вопрос, и мы перейдем к вопросам наших зрителей. По вашей практике, какую самую большую часть допускают люди ошибки именно работы над своим мышлением? Вот они видят автоматические мысли, они говорят, да, накосячил, да, переборщил, понесло. Вот какие самые главные ошибки? Ну, первое мы только что обсудили — магическое мышление, которое обещает все и сразу. Все и сразу – это прямой путь к неврозу, потому что так либо все, например, все плохо стало, да, как верит человек, хотя тоже бывает, есть обратная сторона медали, но не сразу, либо чуть-чуть, но вот прямо сейчас. Поэтому здесь и надо понять, что я не случайно заработал панические атаки. Я не заразился ими в метро, кто-то чихнул, кашлянул, а я шел упорно в течение всей жизни, чтобы создать себе такую проблему. Я не случайно в депрессии. Это определенный тип мышления, который я выковывал тоже большую часть жизни. Вот здесь, кстати, многие думают, что у них было все идеально, потом бац, случилось. О, да. Паническая атака – очень яркое состояние. Поэтому я помню день, я помню час, я могу рассказать обстановку. И кажется, что это очень важно. Я расскажу, и вы там найдете ключ. Потому что где-то там и была эта инфекция или эта фигня физическая, которая сломала меня. До этого я был полностью здоров. Ничего подобного. Уважаемые товарищи, если вы вспомните, то вы тревожились и раньше. Может быть, это не достигало критической массы, когда плотину прорвало и случился первый взрыв. Но вы уже делали себя тревожным раньше. Если вы впали в депрессию, то вы и раньше себя депрессировали. Просто вы закалились, как стали. Вы не тренировались. Вы стали успешным тревожителем. Вы стали успешным депрессителем, скажем так. Вы научились чему-то, учились, истощили свои ресурсы и сорвались. Поэтому это закономерное следствие тех ошибок, на которые мы раньше плевали, потому что ресурсов нам хватало, несмотря на ошибки, как-то вытащить себя. Ошибки с мышлением. Да. Поэтому оно не помогающее, а мешающее мышление. И чудо все в том, что КПТ – это возможность не только избавиться от паники, и не только вернуться в ту точку за 5 минут до первой панической атаки, или за день до панической атаки, или за месяц, или за год, а вернуться в другое качество жизни, проработав то, что мешало на самом деле большую часть жизни. И так этих тревог было дофига. И так я боялся там выходить к доске, или я парился, что обо мне думают окружающие. Просто я это терпел, я считал, что все так живут, я считал, что без этого никак. Или и раньше я грустил, потому что говорил, ты должен быть идеальным, а я не вижу, что я идеальный. Тебя должны все любить, а я не вижу, что меня все любят. Поэтому у меня грусть, тоска. Все должно быть легко. Вон у всех все легко получается, а у меня что-то тяжело получается. Это иллюзии, с которыми я жил, копил, и они вот достигли критической массы. Спасибо вам большое. И последний такой момент. Как вы относитесь к такому постулату? Многие наши коллеги в институтах, а не в институтах, почему-то на сегодняшний день делают акцент именно на лечении панических атак и ВСД. Это сделано намеренно, или они считают, что в этом единственная проблема? Ведь как мы относимся, как вы лично относитесь к тому, что вот я избавлю вас от панических атак и ВСД, и вы будете счастливы? Да, ну это большая иллюзия. Я написал диссертацию, и у меня, честно говоря, большой опыт в работе с тревожно-паническими расстройствами. Моя диссертация была посвящена как раз этим расстройством. Я начал заниматься тревожно-паническими пациентами еще с 96 года. И у меня больше 7 тысяч пациентов с тревожными паническими расстройствами. И я столкнулся с тем, что в итоге, если разбираться подробно, то ни одна паническая атака не случилась случайно. Хотя все были убеждены, что это просто какой-то злой рок, что это звезды так легли, что с ними не должно было этого случиться. Что уже как раз ключевое слово. Поэтому кажется, что надо избавить только от панических атак. Это верхушка айсберга, как вы правильно заметили. Это уже последствия, как телесные реакции. Ком в горле, последствия обиды, сердцебиение, последствия тревоги, сжатые плечи, кулаки там, или сжатые челюсти, последствия гнева. Поэтому акцент делать на симптоме не очень разумно. Просто действительно четверть населения страдает тревожными расстройствами.
Поэтому люди наконец это поняли. По критериям МКБ, по критериям там, ДСМ теперь уже не 4, а 5. Оказалось, что таких людей много. И люди решили, да, вот давайте будем на них зарабатывать. Или там в хорошем варианте будем их лечить. Да, действительно, оказалось, что их много. Оказалось, что это есть. А раньше вообще такого не было. Панические атаки – это термин, который, дай бог, там 4-5 десятков лет существует. Да, это просто это злой рука, проблема, порча, там, все что угодно. И поэтому, открыв для себя специалисты, решили, что вот это вот то, с чем они часто сталкиваются, поэтому это главная проблема людей. Это следствие. Проблемы людей и гораздо больше, и они гораздо глубже. И вот это маршрут понять, как от верхушки пойти глубже к основанию. У меня просто вот опыт за последние 2 года, как раз вот практика показывает, что сейчас, на сегодняшний день, 90% пациентов приходят с разочарованным лицом под названием «У меня больше нет панических атак, и я даже передвигаюсь по городу, и я даже не боюсь умереть от инфаркта, но мне не легче в целом». Да, потому что моя жизнь упирается только в то, что я жив, и я хочу еще качество жизни. Просто еще Бернард Шоу писал, что человек, у которого болят зубы, считает, что все, у кого они не болят, уже счастливы. Но это одни не гарантия. Перестали болеть, выяснилось, что потребности-то еще есть. И потребностей гораздо больше, чем только то, что я не умираю. Я не умираю, но выясняется, что жизнь моя не отстроена, ни внутренняя, ни внешняя. И как ее строить, мне тревожно, я не знаю. Как мне общаться с людьми, как мне строить отношения. Мне легче опять спрятаться в свою скорлупу или придумать новую скорлупу. Увы, нам нужно учиться, нам нужно развиваться. Иногда этого не хочется, иногда это лень, иногда это страшно делать. И поэтому мы часто идем по пути наименьшего сопротивления. На пути наших стереотипов мы опять заходим в какую-то вот такую скорлупу наших расстройств. Вспоминается постулат Фрейда: будьте осторожны при терапии неврозов, из-за обычного банального человеческого горя вы можете сделать человеческое несчастье. Снимая панические атаки и агорафобию технологичными упражнениями, люди сначала получают эйфорию, я счастлив, а через месяц понимают, что под этим всем кроется большая депрессия. Да, увы, человек может быть занят своей тревогой, уже привыкнув так жить. Человек долгое время посвящает свою жизнь тревоге. Это как человек, который воевал полжизни. Да? Он приходит к мирной жизни, и он не знает, а как жить. Вернувшийся там условный герой там, Сталлоне, Рэмбо, да, он не понял, а как жить? А где здесь вы отличаете, кто хороший, кто плохой? Вот этот полицейский, мне кажется, он плохой, его надо пристрелить. То есть это дезадаптация. Я не готов выходить в жизнь. Я тогда замкнулся на ипохондрии, я замкнулся на своем сердце, замкнулся там, на болезнях, на депрессии. Поэтому иногда там, верните меня обратно на войну. Я поехал в Ирак там, в 6-ю командировку. Верните меня обратно в сумасшедший дом. Там было хорошо. Или верните меня в тюрьму. Я здесь все знаю, все законы. Некий смысл жизни, да, получается? Ну, да. Человек начинает комфортно приспосабливаться к тому, к чему он уже привык. И поэтому часто симптомы возвращаются, потому что, да, я от них освободился, но мне здесь тревожно, мне здесь страшно, мне здесь неуютно. Я пойду туда, где проще, там, где знакомо. И получается, человек не пользуется тем, что ему дает и природа, и там, судьба, высшие силы, если кто в них верит. Но а как ты это используешь? Поэтому Глассер спрашивал, что ты хочешь? А оказывается, я не хочу поправиться на самом деле, потому что я не знаю, а что я буду делать, поправившись? Что ты хочешь после того, как ты поправишься? А что у меня спрашивают? У меня единственная задача — вылечиться. А зачем тебе вылечиваться? Что ты будешь дальше-то делать? Ну, знаете, доктор, я так далеко не заглядываю. Давайте сначала вылечимся, а там посмотрим. Ну, возможно. Но какая у тебя мотивация? Да. И в завершении я возьму слово, вопросы почитаю. Подвести итог практического дискутирования. Какие-то основные акценты и закончу. Так, главная практика диспута – это создание вот этого сухого остатка альтернативы. Что ты скажешь, когда к тебе полезут такие мысли? Как ты ответишь на эту атаку диверсантов, на этих привычных тараканов, которые топчут тебе мозг? Если тебе нечего сказать, они тебя обязательно затопчут в следующий раз. Научись оспаривать их сначала в холодном рассудке, как бы на берегу, не там уже, когда шторм начался,
А вот здесь отработай свои навыки. Можете перечислить еще 3 раза этих диспутов, чтобы ребята записали? Итак, первый из когнитивных диспут, диспут логической. Какие факты подтверждают твое мнение или твое убеждение? Как ты это обосновываешь? Второй когнитивный диспут – это диспут эмпирический. А что реальность говорит? Вот что сейчас происходит? Руки твои работают? Работают. Ноги тебя слушают? Слушаются. Ты падаешь? Нет, ты только собираешься. И все, никак не упадешь. Что твой опыт тебе говорит? Так уже было. Это те же яйца, вид сбоку. Похожие вещи. Нет, вот так никогда еще не было. Теперь у меня переклинило дыхание, а раньше все время кружилась голова. Ну, возможно, но почему-то ты продолжаешь, хоть и задыхаешься, не валяться, а лишь испытывать острое беспокойство. Третий вид диспута прагматический. Чем выгодно тебе вот такое отношение к себе, к другим, к жизни? Ну, грустишь ты. Чем это тебе помогает? Пугаешь себя. Чем облегчает это твою жизнь и чем это завершается в итоге? Какая выгода от этих действий? Есть диспуты поведенческие. То есть я буквально через наступление на свой страх оспариваю это делом. Я пришел, ну вот сдохни уже здесь наконец в этом метро. Час провел битый, все никак не сдох. Ну, иногда отчаяние уже людей толкает на то, что ну давай, хорошо. Ну вот уже сегодня, раз ты собираешься сдохнуть, давай сдохни. И пережив свой страх, люди видят, что, оказывается, я сильнее, я могу справиться, я могу пережить это состояние. А есть целые методики, там, десенсибилизация, как вариант такого тоже оспаривания деятельности, действий. И есть эмотивный диспут. Разверните термин десенсибилизация, многие не знают, это разбивка на части. Да, сенсибилизация – это чувствительность в переводе, как аллергия, чувствительность на аллерген. И можно десенсибилизировать, то есть снизить эту чувствительность. Это маленькими шагами делается. Сначала чуть-чуть дали аллергены, потом чуть больше, потом чуть больше. И так здесь пошагово. Сначала подошли к лифту, потом спустились из парадной нос высунули, потом дошли до угла дома, потом еще дальше. И это подтверждение того, что я могу это сделать. Это возвращение ощущения контролируемости, прогнозируемости, возможности этого. И я постепенно, шаг за шагом, как бы расширяю свое пространство. А страх до этого его сужал. И вот примеры десенсибилизации. И есть еще эмотивный диспут. Эмотивный диспут обычно осуществляют специалисты, но иногда и сам человек может это сделать. То есть это отношение с юмором. Иногда психотерапевты выглядят как циничные собаки. Что ты смеешься над моим горем? Ну как тебе не стыдно? А на самом деле человек смеется не над человеком, а над его ошибками. Специалист показывает, ну это же нелепо, ну согласись. Но ты веришь вот в эту ересь. Перестань относиться всерьез к этой ересь. Пойми, что это глупость. Не переживай, мы все совершаем ошибки, и тут не надо переживать за то, что глупость такая есть в твоей голове. И у меня она есть, может быть, в другом виде, может быть, в другом месте. Поэтому более легкое отношение формируется вот этим взрывом смеха. И Элис умел буквально не просто посмешить, повеселить аудиторию, а поменять их за сеанс, поменять вот эту веру, поменять отношение к тому, на чем человек был заточен, сосредоточен, цеплялся за это. Виктор Франкл, известный экзистенциальный гуманистический терапевт, который в концлагере провел всю войну, который должен был умереть. И вот он прошел через концлагерь благодаря вот такому отношению к жизни, более рациональному подходу и даже отношению с юмором. И он потом написал несколько книг, как он прошел через это, что помогло ему выжить, что помогло ему сохранить веру в себя, в жизнь, оптимизм, потом, когда он вышел и стал уже жить в мирное время. Стоит почитать, скачать в сети, и увидите, что это тоже книги, по сути, очень близкие к когнитивно-поведенческой. Ну и ваше заключающее слово, пожелание зрителям, клиентам, будущим, нынешним практикам, которые практикуют когнитивную терапию. Первое, что стоит, это принять, в каком месте я сейчас оказался. Принять, что со мной. Потому что непринятие — это попытка отрицания. Я не болен, или я не расстраиваю себя, я не делаю себя вот таким. А если есть физическая болезнь, лучше ее принять. Посмотрите, рентген, там, снимок, лечите это, а не прячьтесь от нее. Но обследование покажет, что нет никакого заболевания. Если есть вредная привычка, не скрывайте от себя, не говорите, что у меня не должно быть вредной привычки, у меня не должно быть вредной привычки. Я изначально был хорош и сейчас должен быть хорош.
осознание – вот что поможет принять то, что есть, и наметить для себя следующий шаг – изменение. И здесь три этапа, которые мы сегодня обсудили. Детализация того, как это работает не так, механизм, в чем он отрицательный, формирование альтернативы и закрепление этой альтернативы. И напоследок то, что я говорил на предыдущем нашем совместном вебинаре, то, что с нами происходит, происходит не случайно. Наш невроз — это закономерное следствие накопления наших ошибок, но это одновременно и возможность колоссального улучшения качества своей жизни. Невроз — это испытание, выйдя из которого мы можем стать грандиозным, сильнее, лучше, мы можем преобразиться, если задумаемся над тем, как мы живем, и задумаемся над тем, как мы можем это изменить. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну что, всем еще раз добрый вечер. Надеюсь, вы не очень устали. Мы потихонечку подводим итоги. Давайте я открою чат. Пожалуйста, сейчас можно задать некоторые вопросы. Да? Вопросы общего характера. Вообще, как вам семья? Потому что сейчас не хочется сбивать этот настрой. Вот я сейчас не очень хочу, чтобы вы вопросы задавали именно там по своей ситуации. А просто вот поделитесь обратной связью, как вам. Я вообще сейчас не хочу лекционную часть какую-то трогать, потому что Дмитрий Викторович очень хорошо сейчас настроил, да. Поделитесь просто какими-то ощущениями. Угу. Отлично. Спасибо вам большое. Сейчас техник. По поводу техник, я не убежал, не вижу твоего имени. Смотри, техник, ты привык, что есть техники с панической атакой, с дыханием, там, Джекобсон, да, агорафобия, но когнитивная терапия имеет одну технику. Тебе сейчас о ней рассказывали, это видеть, как я мыслю и себя тревожу, себя депрессирую, брать ручечку, бумажечку и каждый вечер после чистки зубов садиться и начинать технично расписывать вот эти три основных диспута. А где я перебарщиваю? А где должествование? А почему я должен? А на чем это основано? А где он должен? То есть должествование, оценочное суждение, катастрофизация, перфекционизм, чтение мысли. И все это просто по этапу ты выписываешь и сам себе даешь рациональное опровержение. А так ли это? А что я получаю? А что мне это дает? И так далее. То есть тут не надо искать секретных секретов, каких-то техник. Видишь, куда тебя несет? Тебя все несет какие-то техники. Это просто-напросто самодисциплина. Ну, практика. То есть да. Человеку кажется, что есть волшебная техника, которая раз и чудесным образом исцелит. А здесь мы говорим о том, что необходима последовательность действий, регулярность действий. Это как то, что спортзал, он есть, пожалуйста, ходи в него. Но ходишь ли ты в него, делаешь ли ты это, или ты продолжаешь хотеть это делать, но не делаешь? Самому трудно, Ксения говорит, да, про убеждение альтернативы ясно, самому трудно. Ксюш, самой, понимаешь, вот курить тоже трудно как бы, да, бросить. Трудно самой научиться ездить за рулем первое время. Но поверь мне, вот Дмитрию Викторовичу, нашим коллегам, трудно вначале самодисциплинироваться, потому что твое внутреннее эго, да, тебя несет. Тебя несет предъявить претензию к людям, тебя несет придумать себе страшилку, тебя несет вот преувеличить по старым рельсам. И здесь очень важно взять себя в руки и поставить перед собой просто выбор. Вот я должен четко видеть, как меня несет. И я должен четко видеть, в чем я ошибаюсь. И закрепить это новой формой поведения. И повторять это каждый день. Тогда у вас все получится. Название книги какое, Наташа? Дмитрий Викторович? Да, покажу. Я ее пару лет назад покупал. «Страхи, тревоги, фобии». Дмитрий Викторович Ковпак. Она, по-моему, с диском, да, что? Да, там сзади. Да, там Джекобсон, по-моему. Да. Замечательная книга для вот ваших фундаментальных базовых знаний и для дальнейшего вашего роста. Все, что вам нужно. Я знаю одного человека, который по этой книге семинар ведет. Да. Он прям молодец.
Вот, интересно. Вот, так что, ребятки, спасибо вам огромное. Давайте пойдемте отдыхать потихонечку, да. И от себя еще хочется вам сказать, что мы хотим системно проводить вебинары, онлайн-трансляции, да. Пожалуйста, там у нас есть голосовалка, в какой город вы хотите пригласить специалиста. Пожалуйста, голосуйте. Дмитрий Викторович ездит по городам наших, нашим замечательной страны. Я буду путешествовать, поэтому милости просим. А еще какие-то вопросы хотите? Как правильно понять жизненные цели? Ты знаешь, я бы тебе так сказал, что первое, что ты еще говоришь, у тебя должны быть какие-то цели, ты должен их понять. Вот здесь может быть первая твоя ошибка, что ты начнешь себя тиранировать, что у тебя не должны быть, иначе, если их нет, и ты их сейчас не понимаешь, ты ужасный. И иначе без цели человек не живет. Первое, что я бы тебе сказал, это то, что ты должен принять, что ты сегодня на каком-то распутье, ты в выборе находишься, ты ищешь себя. И не обязательно у тебя должен быть день, когда у тебя эти цели должны быть четкие. Второе, по поводу целей. Цели и смыслы достигаются в действии. Нельзя сидеть дома на диване, есть гамбургер и сказать, я вот понял, что мое. Чтобы понять, Вадим, что твое, тебе надо пробовать. Да, тебе надо пробовать себя в разных направлениях, в разных нишах. И опыт, и ошибки, опыт и ошибки дадут тебе понять, что действительно тебе интересно и где у тебя получается. Огромное количество людей пытаются понять смысл жизни или в чем они хотят развиваться, сидя дома. Вот им кажется, что у них должна чакра открыться, и им придет это, значит, знание. Все люди, которые добились результатов в своей жизни, это все те, кто действовал. Они все перебирали занятия, они все перебирали индустрии, они перебирали какие-то сферы деятельности. И путем такого вот перебора и работы над собой они определились. Поэтому нет понятия правильного понятия цели. Дмитрий, что вы скажете о целях и смыслах? Да, если подводить это к тому, что мы сегодня обсуждали, такой сделать перекрест с этим, то осознанию своих потребностей, из которых вытекают цели, не мешает замороченность сознания. В Индии это вообще называли омрачением, буквально вот таким словом, что мы омрачены, как зомби, вот этими лишними потоками мыслей, беспокойств, тревог. Вот если этот мусор убрать, цели быстро кристаллизуются. Но просто очень сложно убрать этот мусор. Что если успокоиться, вот для чего медитации эти все на Востоке и сейчас на Западе очень много медитируют. Убери вот эти волны лишнего. И на этой кристальной глади нарисуются цели, нарисуются смыслы. Потому что потребности, они базовые. Потребности есть у человека. Он не может не хотеть. Просто нужно осознать, чего я на самом деле хочу. Не то, что от меня требуют родители, не то, что требует социум, не то, что я привык верить, что я хочу. А что вот я сейчас, такой, какой я есть, хочу, желаю, мечтаю. И мечта кристаллизуется уже в виде цели. И цель разобьется на задачи, как на этапы достижения этой цели, как маршрут, как я туда доберусь. И вот это поможет быстрее этот процесс осуществить. Это Далай-Лама 14 называл «спокойствие ума». Когда вы не в привычке себя тревожить и в привычке, что вы должны знать цель, вы должны добиться результата, и вы захламлены вашими привычками, у вас неспокойный ум, а под неспокойным умом не видно вот этих вот внутренних ваших действительных желаний, что же вы хотите. У меня вот пример такой, да, буквально недавно клиентка выяснилась, что она настолько с детства привыкла себя тревожить по вопросу социофобии, что она будет плохой, глупой, неэффективной, неинтересной в социуме, что она даже потом профессию выбрала, и она сидит одна за компьютером. Хотя, вот, ребят, ужас ситуации в том, что она ненавидит эту работу. А она ее не любит. Но выбрала профессию она потому, что зато нет людей. Представляете, какой конфликт? Работать полжизни там, где тебе не нравится, только руководство с невротической историей. Представляете себе эту картину? И второй пример, еще один.
Девушки, это вот, очень частый пример, девушки выбирают мужчин, руководствуясь, это тоже из последнего случая, руководствуясь не объективностью, не объективными чувствами, не объективными фактами и поступками, а потребностью, взятой из детства. Я нуждалась всегда во внимании папы, которого не было, и тот чувак, который мне первый дал внимание, welcome, вот он. И проходит некоторое время, она говорит, а ты кто вообще? Что это такое? И вот тут начинаются проблемы. То есть, ребят, к чему мы это? Мы не глубимся и не стебемся. Мы я к тому, что вы должны понимать, что вот эти ваши убеждения, установки, которые закрывают вам ясность, видение, вы настолько под этими искажениями принимаете решения, не свойственные вам, они свойственные, но они не ваши. То есть вы выбираете мужчин, которым по принципу мне нужна забота, которой не хватило от папы. А какой он по-настоящему, ты не видишь, только потом тебя озаряет. Ты выбираешь работы, в которых ты хотел всю жизнь что-то доказать. У меня был клиент, очень обеспеченный человек, там, форум 50. И факт, что у него миллион, ничего не изменил. Вообще ничего не изменил. И здесь надо понимать, что... Если вы с детства ставите себе невротическую идею заработать, чтобы доказать, вы заработаете и сопьетесь. Потому что ничего, к счастью, вы не поймете, кто вы. Если вы всю жизнь хотели мужчину, который будет о вас заботиться, даже не заботиться, а просто внимание уделять, то вы за этим вниманием скоро увидите настоящего человека и будете несчастны. Скажете, что же за жизнь такая. Поэтому психотерапия и когнитивная терапия помогает вам наладить навык видеть, как вы интерпретируете, чтобы не ставить себя вот в такие ситуации. Ну что, давайте заканчивать. Понравилось? Довольны, что провели с нами 2,5 часа вашего воскресенья? Спасибо вам, Дмитрий Викторович, передаю большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Спасибо вам огромное. Дмитрий Викторович можно найти в клинике лечения депрессии и фобии в Санкт-Петербурге. В принципе, в Яндексе вы можете найти. И также он есть у меня в друзьях ВКонтакте, да, или где-то, где еще? ВКонтакте достаточно. ВКонтакте у меня в друзьях он есть, Дмитрий Викторович. В Фейсбуке тоже. В Фейсбуке и в Яндексе, и в клинике в Питере. Так что, пожалуйста, обращайтесь, милости просим. Спасибо вам огромное за ваше время. Мы очень старались и рады, что мы встретились. Спасибо вам большое. Взаимно. Спасибо большое, Алекс. Все, ребят, счастливо, пока. Невроз мегаполиса, увидимся. В Минск приеду, как приглашаю.